Всем привет-привет, ребятки! Всем доброго вечерочка! С вами Флешка, и это «Женские игры». Всем ня! Русо! Офигеть! Русо, в течение 12 месяцев теперь твой котелочек самый козырный, с розовым приворотным зельем. Спасибо большое за поддержку и поздравляю с крутым котелком! Воу-воу-воу! Здравствуйте, ребятки! Здравствуй, чудо! Здравствуй, Русо. Дейзи у нас следит за порядком. Да, кошмар, 12 месяцев. Вот это поворотище. Ну что, сегодня продолжим кубики. Продолжим кубики. Я вылезла в дискордик, когда там Ваня подтянется. Когда подтянется, тогда подтянется. Он в 9 будет по Москве начинать. Так что спокойно ужинай, спокойно ужинай, а мы потихонечку займемся чем-то занимательным. Доварил мохито. Хорошо, хорошо. Доварил мохито. Пускай будет мохито, но она розовенькая, но она, видимо, какой-то с клубничкой получилась. Здравствуй, Феф. Утречка, как скажешь? Как скажешь? Давайте я включу игру, если у меня захватывается игра. Ух ты. Игра захватывается, но я не в том... Флешку в угол. Флешку в угол. Короче, я тут немножечко шалила. Я прям вышла, где шалила. Давайте ноченьку пропустим. И покажу вам, чем я занималась. Чем я только не занималась. Тут прям сразу видно. Ваня, я сделала кухню. Я сделала кухню, такую, знаете, 7-8, сюда еще будут доставляться штуки, потому что тут еще нет ничего с Farmer's Delight. Но, в общем, как-то так, как-то так. Это спасибо всем, всем майнкрафтовым креаторам, которые выставляют свои идеи в мир. Вот это мне нравится, вот это такой кухонный сетап, мне прям вуч нравится, там снизу огоньки, которые дымок пускает время на время. Кстати, если открыть крышку, то оно больше будет огонек пускать, но оно не может открыться, потому что, я не знаю, я, видимо, куда-то не туда тыкаю. Спрятала сундучки, вот это, кстати, не видела, я смотрела, как люди делают полки, а потом подумала, а почему бы там за этими фейковыми полками не спрятать сундучки? И снизу доступ прям очень удобно. И вот эта штука мне понравилась. Вообще упарываются люди с этими рамками, прям капец. Знаете, что тут сделано? На бочку сначала ставим табличку, потом на пустое место фигачим рамку, потому что по редстоун сигналу, а потом на рамку ставим что-то. Можно сюда, кстати, факел поставить, тоже будет круто выглядеть. Можно наковальню впихнуть. Доброе вечерочка, чудо, ня тебе. Короче, мне так прикалывает, и я пошла немножечко погулять по миру, нашла еще деревни из этого хексери, то есть я нашла целую деревню ведьм и натырила оттуда баночек, и в эти баночки можно всякую растительность ложить. И так у меня есть маринованная, если рамка, можно повертеть, но нужно тыкать на рамку, можно вот, можно сделать ручки вот сверху. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Красота! Красота! Что хотела сказать? Короче, вот так вот. Вот так вот. Смотрите, как прикольно полка на цепях смотрится. Вот эти цепи, которые добавили в Майнкрафт, я прям в восторге. И я нашла из мода Q++. Смотрите, какие забавные окна. И тут немножечко переделала, потому что тут прям перед рабочей поверхностью, так сказать, была глухая стена, а мне не нравится. Мне нравится, когда можно куда-то смотреть, поэтому вот, бомба! Просто. А сюда я стащила все, что натырила с Хексери. Пока что по этому моду ничего не делали, но мне очень нравится, как здесь выглядят штуки, которые вы сюда ложите. В принципе, банка рассчитана только на один стек, насколько я могу понять. Давайте мы сейчас на морковке экспериментируем. Вань, готовая еда? Овощи, фрукты, мясо, а тут зелье. Подписывать не буду, потому что я ленивая. Давайте попробуем туда засунуть еще морковки. В принципе, засовывается и вытаскивается по ПКМу. Еще засунулось? Подожди! Отойди, нужно больше, потому что керион срабатывает.
куда делась моя? А, из-за Кириона, короче, все пропало. Ах ты ж Кирион противнейший. А ну-ка. Ух ты ж, блин, а сколько в тебя влезает? Забирать можно. О, а морковка не пропала. Она как-то заглючила. Черт. Флешка сейчас все сломает и все. Вот тут написано, что тут морковки 124. А картошка куда делась? А! И картошка куда-то делась. Короче, флешка она ищет эти багули в прямом эфире. Вот. Но, в принципе, можно забирать. Да что с тобой не так-то? Я же хотела сказать, что можно забирать по ПКМу, но что-то оно глючит по ПКМу. Ахаха, дюп. Нет, не дюп, оно там было. Здравствуй, балбеся. Оно не дюпнулось, оно пропало. Флешка все сломала. Но хотя бы стоит красиво. Хорошо, не хранить в нем, но стоит красиво. Ничего не знаю, ничего не знаю. Мне нравится. Что я сделала из полезного еще? Это сейчас расскажу. Чудо что? Ящички, баночки, это такая красота, да. Чудо что? Это Эл Кэрол? Окей. Окей. Чудо штырит. Чудо штырит. Короче, это из Алисы же? Очень интересно. Чтобы я вот так помнила четкие кусочки из книжки. Прям интересно. Я здесь вырыла ров. Это отдельное произведение. Вырыла ров, потому что эти штуки, эти бандиты, меня достали уже в доску. Вот, здесь ров с этими, с лючками. С лючками. С лючками, чтобы они туда падали. Они не понимают, что там нету блока, они пытаются ко мне дойти и туда падают. Вот. Но, чтобы они просто там не тусили, в конце всей этой радости... Пошли, пошли, ребята, я жду. Давайте. В конце всей этой радости стоит одна печка. Ау! Кто там воняет? Там кто-то воняет. Короче. Ух ты. А кто тут умер? Молоко, стекло. А кто тут помер? Смотрите, они тут плавятся на эмеральды, а эмеральды потом выливаются прямо в эмеральдики. Я, правда, не понимаю, с кого получилось стекло. Но вот молоко могу понять, а стекло не могу понять, с кого получилось. Ну, пускай будет. Короче, вот такие вот пироги. Главное сюда не падать самому, Вань. И мне кажется, сюда стоит добавить еще бейзин, потому что что-то много всякого выливается. А, стекло может из баночек ведьминских. Таки да, таки ты прав. Возможно, очень даже может быть. И последнее, чем я занималась... В закадре, пока Ваня на выходных тут бахнул, так бахнул. Он тут какую-то. Ты кроватку, кстати, забыл. Бахнул систему по древособирательству, перерабатывательство. А, там урна стоит. Там, видимо, саплинги это. Короче, красота! Страшная сила. И ограничил такие. Ляпота. Лиза Рейд. Спасибо, Лисонька, за рейдик. Здравствуйте, все лисята. Всем ня. Лиса пришла мне мстить. Я тут лису за хвостик подергала. Первый раз. Мне даже понравилось, но все равно буду копить на безумие. Ваня, молодец. Пол не поменяли еще. Потому что нужно переплавить глину. Но вот эти окошки, они прям вущево смотрятся. Прям вущ-вущевый. Еще, ребятки, я притащила парочку животных. Спасибо за фоллоу.
Ну, я не лисята. В смысле не лисята? Конечно, лисята. Все, кто пришли с лисой, все лисята. Спасибо большое, тигрочка, за ресапчик. Спасибо огромное. Давайте любви, тигре, в чатик. Кусь флешку. Лиса, тебя ж учили. Флешку за филешку. За жопь. Вот лишь бы за жопу кусать. Не-не. Не лисята, я тигрята. Хорошо, хорошо, тигрята. Рейдик, пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Притащила. Жопь кусать очень приятно. Ты попробуй. Я в курсе. Но как бы кусать. А не когда тебе кусать. А я сижу, смотрю в санатории Беларуси. Прикольная? Привела парочку животных. Пыталась их сманивать вот этим, как его? Пыталась сманивать за собой пшеничкой, ничего у меня не получилось, отрываются. Поэтому привела поводком. И знаете, мне кажется, я привела... Вот это, тут есть коровы, они размножаются. О, флешка, и ты тут. Ну странно было бы, если бы меня тут не было. Именно тут. Хз, но со стрессом что-то делать надо. Надо, да. И, короче, я не знаю, но барашки, походу, не размножаются. Или я что-то делаю не так. Вот. Вот мне пишут, что это то male, то female. Вот теперь пишет. Что он меняется постоянно? Он не определился или как? Ой, Ваня, эта штука для таскания, это какое-то извращение. Прям не какое-то, это фирменное извращение, у которого я даже не могу описать и придумать. Но с коровами мне повезло, тут некоторые есть самочки, и они размножаются. И мне что понравилось, короче, с этим, сейчас скажу, как это мод называется, он странненько называется. Там... Доить корову можно только после того, как она, типа, родила. О, уснули все. И можно надоить 0,6 ведра. Почему нет истории? Потому что ко мне Ваня скоро присоединится, а на общих стримах нету истории. И смотрите, как их прикольно кормить. Взяли, развязали сено, и они теперь едят. Красота. Отдыхай, Аркан, поправляйся. Феф нам урок истории проводит. И ночью они засыпают. Ну, прям милые существа. И спасибо. А вот с курицей я не поняла. Аня все-таки снесла. Она, короче, несет какое-то количество, а потом перестает нести. Потом перестает нести, и ее, видимо, нужно кормить. И я не знаю, что делать. Как, видимо, ей загон нужно изменить. Вот, чтобы туда поставить кормушку. Потому что без кормушки жизнь не та, так сказать. Действительно, Феф. Разве псевдоним это говорит, что это другой человек? Короче, потом посмотрим. А давайте сейчас поспим и посмотрим, как они будут подъедать с этого куста. В результате я дособирала все... растюшки из Farmer's Delight. Открыла наконец-то вот этот раздел, который у нас с заданиями есть, покушать. И знаете, тут такие достаточно интересные задания. Собрать все эти штучки. У нас с этого только есть вот ванила и бананы. Я мяту и клубничку что-то даже не видела. Все эти ягодки собрать. Короче, все мяско собрать. Вот видите, они начинают подъедать. Крутота. 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 Тут стоит блочек, потому что, когда я их привела, две коровы не хотели заходить, я все-таки взяла эту переноску. А с переноской ты не можешь взаимодействовать вообще ни с какими блоками. Потому что ты, типа, несешь двумя руками эту животинку. Поэтому я поставила здесь себе блок, чтобы запрыгнуть туда и там уже скинуть с головы эту штуку. Ну, короче, упоротая. На большие расстояния фиг так поносишь, на самом деле. Даже не знаю. Му.
Ну что, попробовать вас подоить, красотки? Молочко надо? Потому что во многих рецептах, которые у нас там есть, нужно молочко. Да и яйца нужны, а яйца тут разноцветные падают и не стекаются. То есть вот есть у меня 10 вроде бы белых яиц. И что дальше? Все? Не рожала, молока не дашь. Нормально? Ну вообще нормально. А если я не хочу, чтобы ты рожал? Не, ну в принципе это нормально, как и винтажки. Но немножечко это расстраивает такое положение дел. Так, давайте картофан отсюда уберем. Хватит, что я профукала. Сегодня, я не знаю, почему ванильные сундуки вот так вот у меня мерцают. Сегодня, наверное, начнем эйдолон. Хотя бы потыкаемся в него. Я по большому счету не понимаю, что конкретно с него нам бы пригодилось. Но попробуем. Помидорки. Вущ. И, как казалось, рис нужно в воду сажать. Но это не странно. Ну, в общем, я не думала, что тут это тоже реализовано. Красота. Полная сота. Надо что-то с курицами придумать. Но это уже потом. А, и вот это я вот не показывала. Я малым немножечко окультурила. Вот такое вот красное местечко под странным деревом. Решилась, в принципе, проблема. Я не знаю, есть ли эта проблема в сингле, что вот эти все модовые деревья, они как бы не вырастают. То есть ты когда тыкаешь боунмилом, оно появляется, но ты его не видишь. Перезайти спасло. Может, потыкаемся в крейт? В крейт тыкается Ваня. У Вани хорошо получается. А я тыкаюсь в всякую веселую фигню. Крейт, я сегодня буду... А какие у тебя сегодня планы на это? Подождите, подождите. А где наш этот... А вот Айдалон. Вот, я уже даже испугалась, что нет у нас Айдалона. Тогда потыкайся в ферму авто. Автоферму кого? Это модовые коровки. Они так просто доиться не будут. Их размножать надо. Их размножать надо. Здравствуй, Сатила. Их нужно размножать, и они доятся определенный период после размножения. Здравствуй, дикие штанишки. Да, тигра. Вот такие мы тут все необразованные. Не, я про автоферму овощей. А зачем нам столько овощей? Хватит, у нас там дерево автофермится. Овощей нам столько не надо. Чтобы растить морковку. И зачем нам столько морковки? Я тут красивые грядки сделала. Вы хотите туда страшную машину поставить, которая будет делать пунь-пунь-пунь-пунь рукой? Зачем? Как ты копишь эти баллы? Подождите, подождите. Я знаю одну штучку. И я хочу сразу ее это чекнуть. Ты копишь эти баллы? Подождите, подождите. Я знаю одну штучку. И я хочу сразу... Опа, опа. Опа, несколько флешек. Несколько флешек. Не, она будет крутиться и сажать. Так. А гранатика мы записали? Нужно больше флешек. Ну не одновременно же, аж я сама себя буду перебивать. Выполнить все? Да, выполнить. Выполнить все. Потому что я тут кое-что узнала. И что-то у кого-то слишком много баллов. Мало флешек не бывает. Много флешек не бывает. Флешка, там необразованность. Просто в советские времена была такая двойная пластинка со спектаклями «Алиса в стране чудес», с песнями Высоцкого. Просто восхитительный аудиоспектакль. Ну, вот тогда вообще не странно, что я этого не знаю. Но «Алису» я, кстати, тоже не читала. Что-то она прошла мимо меня. Так, что у нас там Ваня заказал? Ваня заказал. The World Next Door. А что это такое? Опять какая-то упоротота. О, а я забыла. Записано, Ваня. Красивенький блокнотик. В очень красивенький блокнотик. Потом страничка уже заполнилась, надо будет и ее потом разукрасить. А я думал, ты лис последний закажешь. Да успокойся.
знакомитесь уже с этим лисом. Извращенцы просто. Игра про подростков. Опять. Вроде бы в эпике у тебя есть. Хорошо, посмотрим. Знаете, где будем айдолоном заниматься? Заниматься? Вот здесь, короче, вот здесь. Мне кажется, здесь этого пространства здесь хватит. Про подростков я пошла за хворостом. Правильно, правильно, балбеся. Нужно будет Это еще не скоро будет, поэтому прорвемся. Короче, что нам нужно для айдолона? Что нам нужно для айдолона? Нам нужна книжка. Или не нужна книжка? Нужна. Нам нужна ведьма. Хорошо. А не, нам книжку просто дают? Подождите, вы же кусок прям целый этого развлечения убираете. Или все-таки ведьме нужно бросить эту книжку? Пошли к ведьме. Есть у меня тут недалеко ведьмы. Ну как недалеко? Далеко? Но мы все равно туда пойдем. Просто же ж книжку ведьме кинуть, а потом ее убить. Я вас оставлю, пойду поужинать. Конечно, конечно, лисенька. Приятного аппетита. Ну, пошли бросать или не сейчас? Давайте не сейчас. Так, что дальше мне предлагают делать? Мне предлагают сделать какой-то ингот. А как его делать? Blend. Это у нас лид и тин. Окей. И еще священнику-жителю. Разве священнику, а не библиотекарю? Мне казалось, что библиотекарю. Тин. Лид. Стека хватит? Я думаю, что хватит. Пожарится. Я, кстати, немножечко песка накопала и зажарила его в стекло, потому что почему бы нет? Потому что каждый раз, как ткнусь в систему, стекла нет. Так, что дальше предлагают сделать? Предлагают мне сразу в сторону стола пойти? Да, предлагают сделать столик. Господи, как оно страшно это делается. Столик и первый соломенный идол. Давайте. Давайте, парам-парам. Спасибо, лиса. Это теперь со мной на пару дней будет. Угу. Как же легко меня заразить какой-то фигней. Так, а соломы у нас, скорее всего, нет, в системе нет. Все будут заниматься дракоником. Мы все задания закроем, не переживайте. Дратути. Здравствуй, Максанди. Волисе соломы. Я вот серьезно, я помимо ритуала призыва ночи, который я не понимаю, зачем нам на этой сборке, в айдолоне ничего так особо и не пощупала. Ну, может, разве что попробовать сделать вот эти украшения, так как у нас здесь очень много слотов для украшений. Но это не точно. Библиотекарю нужно было бросать книжку на сынах песков, ибо не было священников в Тауме. Я что-то пытаюсь вспомнить, как мы это делали на психушке. И не особо могу вспомнить. Мне кажется, я на психушке не сильно занималась этой штукой. Так, дальше что? Мы сделали алтарь. На алтарь нужно поставить всякого. Нужна свеча. Как делается свеча? Свеча делается из теллу. Теллу это пережаренная в блестинге конкретно. Или можно просто в печке. Можно просто в печке пережарить плотеньку. Я не знаю, Макс Анди. Я не знаю, спроси у лисоньки, но лисонька пошла покушать. Нитейная кроватка. Давай посплю. Давай посплю. Окей. Я могу русский язык. Да все могут. Доброго вечерочка, кошка-лапушка. Мяу тебе. Здравствуй. Здравствуй. А что я сюда прибежала? Наверное, к печке, да? Так, у нас есть плоть. Давайте попробуем ее на жирочек пожарить. Ты так не жаришься. Тебе нужна прям вот именно та машинка, да? Ой, все. Ваня, оно страшные звуки издает. А что я не могу? Что там не хватило? Что тебе не хватило снизу там? Smooth stone.
Да, ты издеваешься. Есть у нас смустоун? Мы же штырили из деревни. Вот. Раз, два, три. Я в курсе, что тырили. Здравствуй, морюшка. Здравствуй. Что пропустил? Краткое содержание закадрия. А так, ничего больше. Так, и угля возьмем. О, флешка. О, Хамикадзе. Здравствуй. Здравствуй, Хамикадзе. Давайте вот эту штучку тоже занесем на кухню. Я не знаю, нужна ли она на кухне, кстати. Если вот так вот сделать, usage. Ты только плавкой мимиметаллов занимаешься, да? Ну, хотя по названию и логично, что ты только плавкой металлов занимаешься. Ух ты, какие кристальчики. Мимимилота какая. Да, кажется, на кухне этой штуки не место. Возвращаю. Ужинали? Замечательно, морюшка. Куда тебя ткнуть? Куда тебя так ткнуть, чтобы меня потом никто не ругать? Ме-ме-ме. Тут провода. В уголочек прям вообще. Ваня даже не увидит. Правда, Ваня? Не увидишь. Заныкало, так заныкало. Сталевары. Ваша сила в плавках. Как интересно. Как интересно. Мы ему не скажем. Ни слова. Так, на алтарь нужно поставить свечку. Кстати, на алтарь бы хорошо еще было поставить голову этого. Заменила бы одну обычную печку. Я не знаю, у тебя тут каким-то печкам походу автокрафта или что. Я не знаю, они там подключены, не подключены. Страшно! Страшно. И я когда делала себе бумажки на возврат, я нечаянно фиолетовой краской ткнула. Ткнула нечаянно фиолетовой краской. Кошмар! Так, 4 свечки мне будет предостаточно. Пошли ее поставим. Вроде бы одной свечки достаточно на столе. Будем вызывать Аркана. Аркан уже ушел. Аркан ушел отдыхать. У Аркана уже второй день температура. Низкая, противная, но температура. Чпоньк. А гореть мы будем? Ну, что за свеча такая? Спасибо за фоллоу. Ой, там какая-то фигня пошла. Нет, обычно не подключал. О, а вот это лучше. Мне кажется, что эту лучше поставить. Вот, видите, какая она крутая. А вот эту убрать. Уйди, уйди. Так, дальше что нам нужно поставить? Нам нужно поставить вот такой вот гоблет. Гоблет делается из арканного золота, но оно делается уже через это. А, ты про это, что будем аркана призывать? Да. А я закинула жариться эту штуку или нет? Закинула в какую-то печку. Нам нужно котел сделать. А еще нужно сделать, наверное, источник воды. Скажем, Аркану выздоравливаю. Даже можно не говорить, а послать, знаете, такой позитивный посыл. Что происходит? Мне не очень нравится то, что происходит. Так что, пожалуйста, пожалуйста, модераторы. Будьте бдительны. Что-то странное происходит. Нам нужно будет ведро. Где-то у меня когда-то было ведро. Ведро, скорее всего, на кухне. Окей. Так, мы взяли металл. Надеюсь, мне еще отсыпят металла. Вот эта варка в котле, она отвратительная. Опять, что ли? Опять? И что с ними делать? Здравствуй, Змеелов. Ня тебе. Ну, в крайнем случае можно будет переключить потом, если вдруг что начнется, на только для подписчиков. Вот. И какое-то время перетерпеть. То есть ты предлагаешь, чтобы оно горело. То есть под тобой должно все-таки гореть, да? Понятно. Нужно будет подальше от дома ставить. Хорошо. Есть у нас какие-то головы? Там для начала любая голова бы подошла. А у нас даже есть визор. Ваня, я экспроприирую. Здравствуй, Xbernine. А почему? А что такое? Нам просто начнутся как ваши дела, чем заняты? Мы тут ведьмовством, конечно же, занимаемся. И вроде бы у меня было там еще какое-то то ли сердечко, то ли что. Вот сейчас бы вспомнить. А, от меня требуют такую голову.
Так. Просто подержать будет достаточно? Мы выбивали из этих... Наверное, выбивали. У нас еще есть вот такая штучка крутая. Не знаю, правда, насколько крутая. Мы что, не выбивали из обычных скелетов головы, что ли? А вот этот поворот... Жечь ведьму. Конечно, зимой лучше жечь. Мне теплее будет. Здравствуй, Свиткет. Надо чаще в Твич заходить. Да-да. Чудо. Но потом сжечь. Но потом сжечь. Так, это мы сделали. Нам еще нужно вот такой вот алтарчик. Нам еще нужно такой алтарчик. И у нас точно, прям 100%. 100 000% у нас есть красные эти коврики. Спасибо Ване за то, что он не поленился и стырил все, что видел. Потому что я ленилась и не тырила вообще ковры. Вообще ни разу. Так. Жмоки, я сказала. Жмоки. Взяла 2 ковра. Посмотрела рецепт, что нужно 3, и взяла 2. Не надо фильтр. Спасибо. И... Можно не прям жечь, а подогреть. Вот, за подогреть я просто обеими руками. Иногда, когда попрохладнее, то Саша тут ставит возле меня колорифер. И вы думаете, что я стримлю? Нет, нет, я подогреваюсь. Так, а куда бы тебя так поставить, чтобы ты мне не мешал? Я думаю, что я котел вот здесь поставлю, достаточно далеко от дома. Вот, наверное, вот здесь. Достаточно далеко от дома, чтобы не сгорел дом. А этого... Да даже вот так поставить, почему нет? Стоит, стоит... Окно заслоняет. А если его вниз поставить? Не то. А если его вниз поставить? А еще тут пробегал, короче, торговец, и я не удержалась, так как я наделала много эмеральдов, и купила у него супер-пупер вущевый топор. Смотрите, какая вущатина. Колорифер? Может, обогревайку или кондиционер? Какая разница? Кондиционер шумит. Наплыв фоллоу-бота можно прервать банальным перезапуском стрима. Спасибо, я не хочу перезапускать. У меня тогда видео будет рваное. Я могу. Я могу отключить уведомляшки, но тогда я не буду слышать и ваши уведомляшки. Единственное. То, что не очень бы хотелось. Флешка, тебе морковки добавить? Или лука, например? Шкуродер, зачем? В меня, что ли? Ах ты шутник. Так, насколько я помню, этот котел, короче, не греется на лаве. Ему именно вот горящий огонь нужно. Хорошо, что у нас есть этот незрак. Напомнил анекдот про колорифер? Пев, он сильно неприличный, потому что у тебя приличных априори не может быть. Светила говорит, что она работает на колориферном заводе. Может, это у вас как-то по-другому называется? Я просто привыкла к такому названию. Так, зажигалочку мне дали. И как бы так сделать? Как бы так сделать? Как бы так да сделать? Чтобы что? Чтобы мне котел поставился. Взять какой-то блок. А сколько их пролетело? Их много пролетело, да? Прям любой блок, вот этот. Вот же негодники. Зажечь, поставить. Отлично. Гори! Гори. Замечательно. И здесь нужно сделать источник воды. Вот так вот сделаем. Тут, наверное, нужно немножечко снизу украсить. И все. Есть у меня какие-то блоки покрасивше? Нету.
А ты думаешь, оно сейчас отключится? Ты лучше в три блока. Почему? Я люблю 2 на 2. В три блока я часто забираю не тот. А в 2 на 2 вообще не промахнешься. Секундочку тогда. Вот же ж паразиты. Котовасик, а я что делаю? Тут есть блок бесконечного источника. Да пускай, какая разница? Да в том-то и дело, чудо, что в фоловах нет никакого этого. Ну, вы поняли, да? А теперь мне предстоит найти, где это делается, да? Стримлапс. В советское время называли калориферы, теперь теплообменники, воздухонагреватели и маслоохладители. Кошмар какой. Ну, причем таких вот базовых. Ну, серьезно. Так, Essentials. Вот, оповещение есть, я нашла. Следование. Следование, следование, следование. И где тебя выключить вообще? Громкость звука. Нафиг. Только не говорите. О, это был пос. Все, сработало. Я не думала, что оно сработает, как бы на тех, кто уже зафоловился. Мне казалось, что они уже поставлены в очередь, они все равно будут билингать. Нет, сработало. Отлично. Спасибо. Не просто, чтобы красивее было. Ну ладно. Мне 1 на 3 неудобно. Я всегда забираю не тот источник, который надо. Вот-вот, практически всегда. И потом такая. А! Где взять ведро? Так, водички и залить. Самое стрёмное в Эйдолоне это, собственно, работа с котлом. Честно вам скажу. Не знаю. А, я же ходила за блоками. Флешка, спящая на полу. Да постоянно. Главное, Змеилов, смотри. У меня тут просто бомбическая спальня. Кстати, я даже не знаю, спал хоть Ваня хоть раз у себя в спальне. Смотри, какая у меня тут спальня. Не, ну я пару раз тут задремнула на самом деле. Ну все. Я не буду это зачитывать, но смешно. И я ходила опять за блоками. Феф сбил меня с мысли прям совсем. Вань, ты хоть спал в спальне? При такой спальне спать на полу кощунство. Бегать далеко. Вздремнула, где попал, и все. Зато сделала. Я изделяль, ничего не знаю. Я тебе больше скажу, кухню сделала, теперь еще и буду голодать. Да, один раз. Ну хорошо. Уже и то хорошо. Я постоянно, когда куда-то иду, я нечаянно тыкну на кровать в каком-то селе. Вот серьезно, за 3-9 земель от базы. И потом такая, да блин. Вот. Замечательно. Замурчательно просто. Что нам еще предлагают сделать? Так, опыта я не буду пока что забирать. Предлагаю нам сделать всякого-всякого. Коса нам понадобится, чтобы выбивать из них соул-шарды. Косу надо будет сделать. И коса нужен вот такой вот катон. А вот этот unholy символ. Паук на месте. Где на месте паук? Подождите, а как этот VHS? Что? Паук на месте? Нет, еще не на месте паук. Не туда. А как вы мне предлагаете сделать этот unholy символ? Книжку, наверное, почитать надо. Еще нужно сделать вот этот стенд для варки и ритуалы. А ритуалами тоже, кажется, кусочки можно выбивать. Или я ошибаюсь?
Первые ритуалы вроде бы шардом надо выбивать. Да. А где мне этих набрать? Как бы это сделать? Как бы это сделать? Как бы мне их нагнать туда? Нам еще понадобится Enchanted Ash. Это нужно пережечь кости. Окей. Пошли искать кости. А тут сверчки это. Сверчат. Тут Dynamic Surrounding стоит. И сверчки есть. Всякие разные. Так. Я думаю, что хорошенько будет туда перенести те штуки, которые у нас к Эйдолону относятся, перенести туда и поставить там какой-то сундучок маленький, чтобы сразу с ними работать. Или бочку. Мне бочки, кстати, нравятся. Я не знаю. Нету бочки? А сделай мне одну бочку. Спасибо. Бочки такие прикольные, прям сил нету. Да, вот я думаю, что единственная бижутерия, можно будет ее забабахать. Потому что слотов, как оказалось, больше. Тут вот еще кольца повторяются. Вот сверху вроде бы есть кольца, и снизу еще есть кольца. То есть всякого можно нацеплять. Так, куда мы бочечку засунем? Бочечку можно, кстати, здесь поставить, будет для симметрии. И я так перекрою прям вообще возможность убрать блок воды. Пыньк. Замечательно. Не-не-не, Змеелов, я отключила звук. Или они на экране перестали? Блестяшки. Нужно помолиться. Все-таки пошли тогда ведьму искать. Пошли ведьму искать. Давайте это все скинем. Ну, в принципе, все скинем. Значит, ведьме нужно кинуть книжку, а потом ее убить. На экране перестали. Замечательно. Я отметила себе точкой. Я отметила себе точкой деревню ведьм? Скорее всего, да, чем нет. Я нашла очень красивую ацтекскую деревню. Вот, Witch Village. А давайте мы ее сделаем поярче. Нет, не такой яркой. Вот такой вот яркой. Вот, чтобы ее было лучше видно, потому что я ее просто не вижу. В какую сторону? Ты туда. Туда, это у нас на север. Понятно. Нет, не молиться, ведьма. Мы кинем книжку ведьме, она ее заберет. И пока она будет там записывать свои знания, мы ее убьем. Все логично? Логично. 500 метров туда. Вообще в двух шагах. Может, я вам ацтекскую деревню покажу? Точно. Раз мы тут уже в двух шагах, так и сделаем. Я вот один раз видел целую деревню ведьму. Здравствуйте. Мне просто мяско надо. Ой. Набежали. Я же онькаю, как и вы. Чё бросаетесь? Котик, котик, уйди. Да не трону я тебя, уйди. Хотя там есть задание на 10 котиков убить. Кошмар. Зачем ведьму убивать? Она сама раньше книжку возвращала? А сейчас попробуем. Если отдаст, так без проблем. Нам ведьм для кровавушки нужно бы оставить. Красивые очки, спасибо. Ух, зашли в горы сразу ветрюган. Так, тут немножечко. Я метлу взяла или нет? Метла? Есть метла. Так, только помнить, что все, лиса. Я вспомнила, почему я. А лиса меня не слышит. Я вспомнила, почему я лисе говорила control. Потому что вот с метлы спускаться на контроле. Мне тоже нравится. А главное, они очень легкие и не сильно напрягают. Ведьма, сжечь! Ну, мы уже сошлись на том, что не сжечь, а просто подогреть. Я тут деревню так наполовину разворовала, а потом остановилась и не стала остальных ведьм добивать. Мне же кажется, что ведьмы не деспавнятся или деспавнятся. Как думаете? Слезть.
подобрать метлу. Пошли искать ведьму. Тут в каком-то домике она сидит. Я вот почему спрашиваю. Я без понятия. Я с Эйдолоном и на психушке, кстати, не сильно игралась, потому что там как-то нужды не было. Он не психует. О! В смысле? Кажется, я не той ведьме кинула. Ребята! Она этот... А что делать? Ну вы поняли, что с ней не так? Вы не поняли, что с ней не так? А? Она убегает. А что с ней не так? Она босс. Но мне кажется, она выкинула книжку, ребята. Попробовать подняться и забрать книжку? Ведьма-босс. Да, вообще. Топ-ведьма. Кажется, меня переиграли. У-у-у-у. Нет. Все. Остановись. Хух. Вот, вот, теперь у меня есть эти знаки. Пошли, тогда сходим еще на ацтекскую деревню, посмотрим. Она где-то, где-то вот тут вот. Вот. Черт! Мой босс ведьма. Даже не так, даже не так. Это смеркалось или что? Что опять? Да что так день-то быстро проходит? Давайте поспим сейчас. Нож чешется... Вот это я попала, вот это я попала. Я даже не обратила внимания, что там ведьма. Ну, это типа босс. Я просто посмотрела на карте, что там в доме как ведьмы. Там быстренько, если подняться, можно стырить то, что хочешь, и уйти. Она за тобой не спускается. Я даже, видите, не все канделябры здесь потырила, потому что я их уже столько взяла, что думаю, зачем мне больше. Но получилось забавно. Так, а чё я пешком? А чё я пешком, если можно полететь? Куда-то эть. Куда мы? Куда мы? Куда вам? Вот туда нам. Очень красивую деревню нашла. И она мне прям понравилась. Мне кажется, что это биомы. Вот этот мод на биомы добавляет такие красивые деревни. Вот. Вы только посмотрите со стороны. Сейчас я развернусь. Так. На контроле спустимся. Посмотрите, как красиво. Башенки, дымочки, вот эти вот. Ой, все. И она, кстати, в принципе, вот по большому счету, она богаче, чем среднестатистическая деревня. Вот, я сюда, кстати, не заходила. Надо бы зайти. Так, на контроле и с шифтом спуститься. Я сказала спуститься. Флешка НЛО. В смысле НЛО. Очень даже опознанный летающий объект. Ведьма. А, я тут не забрала все стойки. А надо ли нам столько стоек? И вот здесь красивые вот эти штуки. Вот что набомбили. Зачем такие яркие добавили ванилу? Я не понимаю. Но очень красивая деревня. Мне прям очень понравилось. Тут, к сожалению, нету портала. Или я не нашла его. Вот. А, так может здесь поискать... Этого красавчика? Жителя? А еще бы знать, кто из них кто, да? А я не знаю, кто из них кто. Мне кажется, это модовая деревня. Что вскопать? Ну это ж просто порцеляна, или как она там называется? Ну типа, вот эти керамические блоки новые. Это чисто Майнкрафт. Снизу там ничего нет. Так что... О, я поломала узор!
как его теперь поставить? Ох, починила. Кошмар. Не надо ломать такие прекрасные. Вот тут два таких алтаря было. Еще вот такие вот красивые штуки. Тут библиотекарь. Тут тоже сундучки везде. Что ванила? Морюшка, деревни ванила? Это теперь в ваниле такие деревни? Да ты гонишь. Если да, то прекрасно. Я очень рада. И вот такую структуру я первый раз видела. Ну, то есть это какая-то очень-очень специфическая комнатка для этого, для кузнеца. Нет, не ванил. Ну вот. Вот я ж... Красотень. Мне очень нравится. А здесь что? Какой уютный дворик. Офигеть. Чуваки, да вы умеете жить со вкусом. Так, смотрите, как интересно костер сделан. Очень интересно. Что у нас здесь? Печеньки, печеньки и лианы. Знаете, лианы можно и забрать. Почему бы и нет? Хорошо. Говоришь, священник? Сам блок ванила? Нет, про блок я и сказала, что это ванила. А вот деревня модовая. А там я была? Такое впечатление, что нет. Дратуте. Ну, смотрите, какая многоэтажная. И что, ни одного сундука? Четыре кровати и ни одного сундука. С балкончиком. В этой уже даже жить можно. Поселиться. О! Свернула, называется, не туда. Так, давайте возьмем бегонию. У меня бегонии нету вроде бы. Свернула не туда и нашла вкусняшку. Хорошо, полетели скроллом. Походу, вот эти ретурн-скроллы, они на последний вейстоун тебя портируют. Пойду приролить. Конечно, удачного стрима, я тебя жду в голосе. Кто из них священник? Нет, я в принципе знаю, как должна выглядеть церковь. Но тут нету церквей. Откуда здесь церкви? Церкви вроде бы таум добавляет. Ребят, кажется, это библиотекарь должен быть. О, там наверху у тебя мед? Как я это не сперла? Я не заметила, что у тебя тут мед. Офигеть! Мы призываем паука. Да-да-да. А книжка нам, кстати... Флешка «Алло», опознанный, да, летающий. В пурпурном одеянии? Скажите, а какой у него, как бы, блок? А, наверное, стойка для зельеварения? Зельеварением. Хорошо. Мы сейчас кое-что сделаем. Мы сейчас прыгнем домой, возьмем стойку, закроемся в доме с каким-то неписем и будем его насильно принуждать посвятиться. Вот. В сан. Где телепорт? Там телепорт. Сейчас мы будем насильно посвящать. В церкви должна быть зельеварка. Да у нас зельеварок, вообще вагон и маленькая тележка. Но в том-то и дело, что мы обворовали уже столько деревень, а зельеварки я не помню, чтобы мы находили. Вот я знаю, как должна выглядеть церковь, но я не помню, чтобы мы находили зельеварки. В этом и проблемка. У нас уже есть доступ к аду, у нас уже есть найдены блейзы, так что заряды для зельеварки не проблема. Просто нету заданий на зельеварение. Так, тут же стойки есть. Я не находила там. Так, кого будем переквалифицировать? Тебя. Нет, 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 зайди. Зайди, сказала. Он смывается, ребят. Все. У тебя нету пути назад. Да. Смотри. Теперь ты священник. Вот стойка. Да-да-да, тебе придется работать. Да. А можно ссылочку на паука? Конечно, конечно. Сейчас Найтботик должен был кидать время от времени. Или не кидал? Так. Это кидал. А почему у меня не срабатывают эти штуки? Оставь надежду всяк сюда входящий. Короче, сейчас мы его заставим работать. Сами не работаем.
бедных жителей заставляем. Я помню, на психушке очень смешно получилось. Вот, enable, пожалуйста. Очень смешно получилось на психушке. Я вылечила жителя, а он оказался бездельщиком. Бездельником, сказанула, блин. То есть ты не собираешься, дружище? Вот. Держи. Взял? Взял. Пиши аккуратно. Я плохо читаю на вашем. А что с ним можно, кстати, наторговать? Я что-то не помню. Я помню, что с библиотекарем прикольно торговать. А вот с этим не особо помню. Все, ты свободен. Да. Больше я тебя донимать не стану. Отлично. Погнали домой. Оки-доки. Оки-доки. Теперь у нас должно быть два этих. Нам нужно первый раз помолиться, вроде бы. Насильно уверовали, да. Такой, ну ладно, буду священником. Я помню чудную психушку, передо мной явилась ты. Психушка была великолепная, не надо. Значит, что нужно сделать? Нужно пунь-пунь-пунь и сказать. У меня получилось или нет? А, у меня получилось. Куда бахнуло-то? Страшные звуки. Ужас. Молиться можно только раз в день, к сожалению. Так. Что нам нужно дальше сделать? Нам нужно что-то дальше сделать по заданиям, чтобы продвинуться немножечко. Горшочек предлагаете сделать? Горшочек с грибочком? У нас есть горшочки вроде бы. Буду кем пожелаешь, госпожа. Ну видишь, как он упирался? Вообще не оценил моего рвения. Но есть где-то горшочки бездельно лежащие. Хотя, скорее всего, я все горшочки пристроила. Прям верничок. Ферничок. Да. Горшочки мимо меня не проходят. Что за эти? Медные баночки. Откуда? Придется делать. Клей. О, дожарились мои слиточки. Сделаем горшочек, и, видимо, туда нужно ткнуть грибочек. Я вот не помню. У нас на психушке было это визор розы, но я не помню, с какого это мода. Скорее всего, не из Эйдолона. Хотя, не исключаю. И чашу еще нужно будет сделать, чтобы стол был прям вущевый. А потом предлагают прям всякого поделать. Ме. Так, а что за досочки? Полированные wooden планки. Просто нужно любых пленок. Нужны души. Нужны вот эти enchanted штуки. И помешать. Визор розы — это чистая ваниль. А, я вспомнила. Это нужно, чтобы... Просто в психушке ее легко было найти. Она на кладбищах спавнилась. Вспомнила. Это нужно, чтобы визор убил какое-то мирное существо. Коровку, свинку, жителя своим вот взрывом. И тогда будет виза роза. Вспомнилось мне. Да. Возьми плетку, и все пойдет по плану. Нет. Прям все заставят делать с этого идолона. Мы ставили кости обжариваться или нет? Горшочек. Спасибо. И грибочек мне для горшочка. Так, а косточки мы сейчас закинем, пускай жарятся. Я же их с собой взяла или там оставила? Я там оставила. Умничка. Все правильно сделала, конечно. У нас просто такая красивая база, что туда-сюда побегать прям хочется. И грибочек туда. Жбоник. На что влияет сила стола? Я без понятия. А где ритуал делать? В принципе, у нас есть спавнер.
У нас есть спавнер, и можно попробовать. В смокер ты не полезешь. Да? А я здесь ни одной печки не оставила. Прям ни одной ванильной печки здесь не поставила. Хорошо. Или как это сделать? Просто заманить как-то туда существ. Просто вырыть ямку и заманить, например, ночью. Не знаю, не знаю. Сейчас будем читать, смотреть, и как этот ритуал делается. О, еще стекло. Я так столько насобирала, что ли, его? Так, хорошо. Что нам говорит книжка? Книжка нам говорит сделать сначала все штуки. Ритуалы — это очень важная часть Эйдолона. Это, конечно, да. Нам понадобятся брейзеры, и один брейзер, и вот эти руки. Это понятно. Причем рук вроде бы должно быть. Не должно? Четыре руки? Может, больше? Все, что требует больше ингредиентов, ставится на руки. Понятно. И это все нужно будет зажигать. Давайте сделаем эти штучки. У меня вроде бы даже хватит на них ингредиентов. Я металл с собой взяла? С собой. Итак, сам брейзер. И, ну, по крайней мере, пока что 4. Нету стоуна. Да ты гонишь. Вот же есть стоун. Я нажарила немножечко стоуна, потому что база. Вот. Здравствуй, Виолет Мандарина. Наконец-то перешел на Twitch. Я вас с этим поздравляю. Я видела фоллов на выходных. Такие странные фолловы, которые, типа, стрима же ж не было, откуда фоллов? А потом, скорее всего, сходится. Тут много таких, кто перетусовал с Ютуба сюда. Потому что тут веселее. На Ютубе прям очень как-то и скудненько в комментариях. Так, есть у нас эта штука. Тут нам больше ничего не объясняют. Все, хорошо, поджигалку еще одну дали. Кстати, уже вторую за награды этого квеста. И еще некротический фокус, но это для более крутых ритуалов. И здесь уже нужен вот такой вот штук. Но это такой штук делается. Сделать его, что ли? О! Стоп, 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 Ваня, тихо, 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 сейчас. Я забыла, что я Дискорд не перевела на это. Я сейчас поправлю. Когда смотрела Аркана, я перевела себе Дискорд на колонки, и поэтому очень мало говорила. А теперь попробую. Алло, алло. Алло. Ваня микрофон выключил. Теперь вроде включил. Ей, ура, Ваня в ушках, а не на колонках. На Ютубе слышка не поболтать. Вот, вот. Здравствуй, Ваня. Как тебе мои натворятельства? Ну, я на стриме видел в уши. Ну, вот я говорю, как тебе мои натворятельства? Натворила, так натворил. Чего-чего, морюшка? Что? Морюшка. Так, давайте. Вань. И... Да. Тигра, спасибо огромное за леса в течение 47 месяцев. Ничего Тигра, себе. Мур тебе огромное от всей паучьей души. Еще месяцок и будет прям вущ. Да. Огромное спасибо за поддержку. Вань. Да-да. Как предлагаешь загонять монстров в ритуал, чтобы с них души вжахнуть? Так у нас же спавнер есть зомби. Предлагаешь его окультурить, да? А пурку бы и не па? Потому что силктач у нас... Силктача у нас пока что нет. Я пыталась, но у меня не получилось. Так его же скрафтить вроде дело нехитрое. Мать моя женщина, ты что такое?
То есть вот так вот, мы будем пугать друг друга. Окей, окей, у меня тоже есть костюмчик. Сейчас, секундочку, не подглядывай, я переодеваться буду. И я тебя поняла. И я тебя поняла. Ой, все. Это саевская броня, я же ее на прошлом стриме скрафтил. Я, видимо, ужинала в тот момент. Возможно. Так, что я этот столик так и не принес сюда. Кто там? Это Васик, здравствуй. Да где там этот непуганный паук? Бу! Бу! Красавцы. А почему, простите, без штанов? Я не знаю, почему в этом сете нет штанов. Почему автор мода подумал, что ведьмы ходят без штанов? Ведьма бегает с голой задницей априори у этого автора мода. Это такая какая-то мини-юбка с кофточкой, но все равно мои шорты из-под нее видны. Видимо, эта юбка еще более мини, чем твои шорты. Ты знаешь, это паук умеет говорить. Это из разряда этих мини-поясов. Даже жопу не прикрывает. Связь с землей и метлой напрямую идет. Чудесный костюмчик. Нет, на самом деле костюмчик прикольный, он сидит хорошо. А ну-ка. Достань ты нормально. Я тут это прицеливаюсь. Подойди. Подойди. Скриншотик хочешь сделать? Да, конечно. Подойди, говорю, а не отойди. А. Так хорошо стоял. Посмотри в мою сторону. Отлично. Отлично. Все. Надень кольчужные штанишки, будут типа колготки-сеточка. Саверс, а ты шаришь? Понял? Ролплейщики, блин. А зачем ты в меня этим кинул? Ну зачем? Наверное, чтобы ты убрала... Ну, я иду в смокер засуну. Куда-то там все эти продукты. Я в смокер засуну, он пережарится. Это чтобы ничего не мешало наслаждаться полетом на метле. Да-да-да, чтоб все развивалось и проветривалось, да? Очень интересное решение. Так, там флешка уже успела понаделать всего. Ух ты. Я не сильно хулиганила, честно. Да ты эти кухонные квесты понавыполняла? А, да-да. Так, они классно просвечивают. На кухню принесу. Да-да-да. Закидывай в ящички. Угу. Если тебе лень сортировать, то, короче, просто в эти верхние кидай, я потом себе растащу, куда надо. Так. А может, все-таки попробовать Silk Touch сделать на какую-то рандомную кирку из Тинкерса и сбить так этот спаунер? Сделай кирку, ну, естественно. Или не рисковать этим спаунером, а попробовать стырить спаунер, который в деревне подземной. Даже не знаю. А там есть? Я что-то там не находил. Есть, есть. Превращают брюки в великантные. Ничего. Так, давайте тогда да. Так, флешка, а вот всякое из идолона тебе куда? А оно здесь снаружи, да. Тут снаружи бочечка, короче. Может, если у тебя много, то можно будет апгрейднуть бочку потом. Так, яйца коров я тоже туда наверх уберу, потом сама разберешься. О, яйца коров, это замечательно. Коровьи яйца. Обычно бычки. Ну что, она что-то снесла за это время? Вроде бы снесла. Я не знаю, как они работают. Короче, я не смотрела еще обзор на этих Generic Animals. Они какие-то очень странные, но очень интересные. Сильно на... Genetic они, по-моему. Там даже что-то с генами. Genetic. Genetic. А я как сказала? А ты сказал Generic. Не, тик. Я просто так плохо выговариваю. Пишу плохо, говорю плохо. Кошмар. Подземелье, разве не пауки? Там, короче, через стеночку есть выход в данжик. И там вроде бы есть спавнеры. Но сначала нужно сделать кирку. Я не хочу свою портить, потому что на ней удача.
Надо еще рыбки зажарить. Сделай какую-нибудь, я не знаю, каменную или железную. Хотя Да? вопрос, кстати, будет ли спаунер работать, в смысле, силктач будет ли работать с эйдолоном? Тьфу ты, С апофеозом? стинкерсом. А, стинкерсом? Короче говоря, тинкерсовский силк будет ли работать с апофеозом? Тогда у меня есть другая варианта. Опыта у нас хоть одними местами жуй. В апофеозе есть книжки, которые ты накладываешь на книжку чарки, которые к этому конкретному предмету. И можно сделать много книжек на кирку и попробовать достать силктач. Хотя. Но я попробую сначала тинкерс. Золотую кирку и вперед. У нас же есть этот. Если не стырили, то можем скрафтить. Ой, Что? так. Снималку чарок. Чтобы, ну, эту грайндстоун, он, кажется, называется. Ванильная штука. Позволяет снимать чарки ненужные. Ваня знает толк в развлечениях. Я думала, тут через книжку вот этот Tome of Scraping Томом хорошо соскрябывать какие-то полезные чарки. Если тебе там выпала какая-нибудь очередная версия Bane of Anthropoid 100-500, ну куда она тебе Ну, нужна? в смысле, куда Ну нужно ты, тебя ёлки. шлепать? Прям подписано, что для пауков. Здравствуй, Йозя, и здравствуй, Нереварин. А, лиса семейства с покушением. Грайндинг Приятного стоун. пищеварения лиса семейству. Так, ножичек тут еще, это для кухни, я его тоже туда оттащу. И золотую кирку, потому что у нее шанс, точнее, Угу. уровень зачарки повыше. Все, поняла. Или может, кстати, среди всяких инструментов, которые мы натырили, может, найдется какая-нибудь рука с повышенной чаровабельностью. Привет, лиса, привет, руса. Мне кажется, все инструменты, которые мы тырили, я их как бы изюзала. Но это не точно. Что у нас тут есть? Efficiency 9. Я это хочу потом соскрести. А где на них, кстати, пишет уровень зачарования? А вот это сложный вопрос. Не знаю. Я тоже не знаю. На них вроде бы, если оно есть, то прям видно. Угу. Но тут таких нету, походу. Хорошо, будь золотая. Лиза! Миникет орёт. Ну, блин, какие окна эти прикольные. Как Майнкрафту не хватает таких окон? Почему их не добавят в ванилу? Я требую такие окна в ванилу. Смотрите, какая красота. Бери да скриншоть. Да вообще. Флешка в латексном костюме ведьмы. Вы видели, какой он пушистый? Он не латексный, он такой. Мне кажется, что он шерстяной, он такой объемный и стоит. Больше на шерстяной похож. Так, что нужно сделать? Нужно переставить трубу в обратную сторону, так? Снять рюкзак, залить в рюкзак опыт. А ты можешь, кстати, по-моему, использовать вот этот вот кристаллик из термалки, он у нас где-то есть. Я его делал для своих целей. А что с ним делать? А им прям тыкаешь по танку, и он забирает из танка опыт. Ух ты! Insightful кристалл. Ух ты, какая красота! Бягу, бягу! Вроде как так оно работает. Еще бы его найти в нашей свалке. Он где-то в твоем Вот он, сундучке. я нашел Это флешка. очень тайный Флешка. сундук, да. Я тоже его нашла. Занычкарил там сундучок свой. Вообще. Говоришь, просто по этому ткнуть? Просто попробуй ПКМ по танку. Вроде у меня так случайно получалось, но я не уверен. Сейчас отключу этот. Да? А потом на себе переливаешь. Сделаем латексный. Ну, я первую половину игры ходила постоянно в этом, в кожаном костюме, так что ничего. А знаешь, в чем может быть загвоздка? На чем мы попалимся? На ляпис. Налепся. Да.
Потому что я последний раз, Ну да. когда ходила копать, я вот всего накопала много, а ляписа как-то мало. Может, его на 14 уровне мало? Совсем все плохо. Беги, флешка, беги. Да, беги. Куда бежать? Но если не получится с этой киркой, то все-таки вернемся к идее с Тинкерсом. И пойдем попробуем, поэкспериментируем. Можно. А давай так. У меня есть, по-моему, отметка на паучий спаунер. Если я его не раздолбал тогда, когда ходил в подземную деревню. Ну, По-моему, попробуем. розовое золото не так дорого стоит. Тем более, что у нас оно есть, нам давали в награду. Нужно именно латекс, даже не Сколько знаю. там нужно? 5 штучек. Опять efficiency 5. А, за снятие опыта не берет. Хорошо, хорошо. Наоборот, даже возвращает. Майнес фервер. Вы знаете, на психушке вот такими манипуляциями мы долго развлекались, пока дотащили до нужных этих. Может, когда нет силка. Подождите, там что, видно силк? Эфишенсис. А-а-а! Я совсем забыла. А он не все показывает же. Я понимаю, что он не все показывает. Но хотя бы что-то да показывает. Это я даже не смотрела первых 3 раза, понимаешь? Так, и... Лиса доплавалась до состояния игнора. В смысле? Лиса тебе ответила. Кота! Это тебе было, если вдруг. Если вдруг ты не понял. Fortune. Fortune прикольно. Soulbound и Fortune. Может, тебя соскребсти? Скрейпинг. А, ты инструмент у меня заберешь? Ты когда соскребаешь, у тебя инструмент пропадает или нет? Пропадает. Не должен. Пропал. Странно. Флешка, не бери больше опыта, чем надо, тратит больше. Знаю. А тут разве не стоит фикс на это? Не знаю. Вот и я не знаю. Ну просто, если считать в миллибакетах, то один уровень с 0 до 1 это чуть-чуть миллибакетов, а один уровень с 39 по 40 это много миллибакетов. Я в курсе об Так, этом. кирку я себе сделал. Погнали. Так, теперь нужно найти, где у меня точка на это дело. Наковальню одну чарили, а потом я ее сломала полностью. Винманика, брейник. Есть! Ваня! Есть! Силтач! Ура! Выбило, да? Да! Ну ладно. Так, теперь нужно что сделать? Тебя можно так вылить? Короче, он так не выливается. Я просто этот шарик положу здесь. Шарик. Сундук сверху. А свой А ты добус. его в себя протыкай Да пускай лежит и потом, потом когда слив. чарить будем. Или тебе нужен пустой Ну, он? нет, мне он не нужен. Меня на всех не хватает, сказала лиса. Хватает, хватает. С самого утра тобой радуемся. Там в утро лису дергаем за хвост. Я один раз, я попробовать. Мне только спросить, как говорится. А что, все дергают, все радуются, а мне что, нельзя? Ты что, чихнул? Будь здоров. Нет, Нет? закашлялся. О, все равно будь Я здоров. все равно буду здоров. Спасибо. Тебе понравилось? Безумие мне нравится больше. Так что я буду копить на безумие. Значит, я иду собирать того зомби. Шпамера. Потренируйся, может, все-таки. Я же Потренируюсь. говорю, Хорошо. хотя нет, это ванильное Ванильное. должно сработать и так.
Лиса спит в очень маленьких лисьих дозах. Для меня такие дозы вообще неприятные. Прицев. Ну хорошо, копи на безумие. Хочу безумие. Мне нравится безумие. Так, у меня тут тростник затростничился. А кто тут поставил Да блок он земли? везде затросничился. Да нет, этот огненный тростник. А. Ну, кстати, вроде бы растет еще повыше. Может, его снаружи посадить? Ну, блин, лаву эту не хочу. Так. Хороший вопрос. Так, да, действительно, мне тоже надо сосредоточиться и заняться креейтом. Я сегодня хочу по креейтовским квестам пойти. Так, что у нас там О. дальше? Браскейсинг надо было скрафтить. А ты, Я кстати, его, наверное, ск... как Да-да. далеко? Как далеко продвинулся? А, далеко. О, колеса? Может, на колеса уже большую мельницу делать? А я ее хочу от этого запитать, от печки. Тут есть специальная штука, чтобы можно было просто сжигать топливо, не делая никаких рецептов. Знаю, знаю, все вспомнила, вспомнила. И через вот этот печковый двигатель он выглядит Угу. очень вущево. Вообще в ущёво и Да, согласна, в полностью поддерживаю. тематику условно-викторианской эпохи он впишется в супер Вущева. Да. Так, теперь только найти, где этот спаунер. О. Окей, интересно. Звук. Ребят, ну я бы мог флешки прикрутить. Подожди, я знаю, как прикручивать. Это Дейзи Лисе говорит. Так. У меня А. есть звуки к чату? Да, что-то я тоже задумался. Они Так, просто... Portable Storage Interface, говорят, надо потрогать. Я его скрафтил, но так как я его скрафтил немножко раньше, чем меня об этом просили, Ну мне его что? не засчитали. Ну что? Была не была? Была не была, пила не пила. Оно собралось. И Ей. собрал у Луся. Собрал у лося. Ой, а чё мы не забрали эту музыкальную шкатулку? Я себе в спальню заберу. Эй! Ой, а тут торговец. Пришел Что у тебя опять? есть, торговец? Ага. У него есть всякое барахло из Genetic Animals. Седло, ошейник и поводок из ниточек типа. Есть карта пирамиды в джунглях Я, кстати, и нашла есть то, что ты мне цветочки. кидал. Угу. А что, ни чучаринова Короче, даже он... нет? Не. Фи! Короче, посмотришь, если тебе нужны будут его цветочки, выкупишь, если нет, ну, знаешь, что с ним делать. Ты знаешь что? Кирка была одноразовая на спавнер. Понял? Угу. Она сразу исчезла. Хорошо. Да смотри, проспавнер. Нам понадобится на него... Как он там? Как он там? Компаратор. Компаратор. Такой, ты умничка, да. Компаратор. Есть ли у нас что-то, что удаленно включает-выключает? Есть ли у нас какие-то эти... Беспроводной редстоун типа Что-то я чуть ничего не вижу. в креатере редстоун линк. Да. О, сейчас посмотрю. Сейчас сделаю компаратор. Так, чего дальше от нас просят? Механический крафтер как раз-таки. А на тебя нужен механический крафтер. Сколько мне говорят, один сделать? Так. Если несложно, забери награды в креете, мне латунь понадобится. Хорошо. Я вот... Где нам разместить этого красавчика? Нам бы как-то разместить, знаешь, как
как у меня на Петре, например, стоит, чтобы потом можно было использовать и для кровавой магии. То есть нужно сразу где-то разметить местечко под кровавую магию. Да? Нет? Как хочешь. Ну просто так как кирка сломалась, у меня не будет возможности его потом перенести. Его нужно один раз поставить. И хотелось бы его и туда использовать. Так, что у нас тут по рецептам в этом механическом крафтере? Ну, видимо, колеса самый большой рецепт, нужен 21 крафтер. Кирион Тут тут на него нету. особо не завязывались. Кирион есть? А спаунер, по-моему, Крионом не носится же. Ну, просто на... А, на психушке потом это отключили вручную. Носится ли тут? Это хороший вопрос. Мы сейчас это попробуем. Мы сейчас... Спасибо за не горбись, Мы пойдем. Ктабасик. Так, механикал крафтер. Чего на тебе нужны? Тебе нужны лампочки. Так, еще раз. 21. То есть мне нужно сделать 7 лампочек. От Кирион сейчас потестим. Пойдем все-таки в деревню, посмотрим на те спаунеры. Во-первых, приценимся, что там есть, может, что-то стырим потом. Что-то я переживаю. Хотелось бы поставить один раз и правильно. А Да, мы тут. разве в кровавушку будем зомби изводить? Я думаю, мы ведьмочек туда будем изводить. Посадим и пусть себе живут. Подожди, ведьмочек. До ведьмочек нужно ритуал сделать. А пока ты до ритуала дойдешь, как бы себя что ли резать до ритуала? Лучше уже зомбачей пускать в жертву. Как думаешь? Ну, тоже логично. Ну, просто до ритуала это четвертый уровень алтаря. Это еще так хорошенечко. Даже на одни эти руны сколько крови уйдет. Квест комплит, квест комплит. Что-то куда-то не туда иду. Да, тут у нас вечный рейд в деревне. Я каждый раз, когда подхватываю этот Bad Omen, просто перебегаю через лес, чтобы его тут скинуть на деревню. Флешка, ты далеко уже ускакал? Тут народ правильную идею уже в чате высказывает. Какое? Потестить сектачи Стингерса. Сейчас вернусь. Я просто тут это парней рейдовых встретила. Они такие симпатичные. Прям не могу оторваться. Здравствуйте. Это такая шапочка. Ой, больно. Че ты так близко подходишь? Отвали. Ух ты, я Так, квест крафтер выполнил. мы сделали. Иду, иду за Крафтер киркой. мы... Ага, я там в этом своем креитовском уголке пока буду О, думать, как Алиса. мне запитывать машинерию. Алиса напилася. Пьяные лись. Да, я понимаю, что неважно, зомби, скелеты, жители вообще было бы в ущелье. Просто... О, господи! Бежит она такая! Извините. Там разлом. А как я его перешла-то? Я просто в... Перелетела. Не, не упала, к счастью. Кстати, а ты видел, что у нас тут прям в лесочке есть портал, ну, это разрушенный этот адский. Там сундучок есть. Не ходил? Нет еще. Где там холм? Не туда бегу. Вообще. Флешка потерялась. Я сейчас чутка отдохну на флешке и дальше в бой. Нифига себе. Про ритуал. Возможно, поставить юзер с мечом? Нет. Вроде бы оно А у так не нас тут есть работает. какие-нибудь юзеры вообще?
Не, Я что-то сомневаюсь. в принципе, мне кажется, что оно так не работает. Я не уверена. Я даже на один симптик. Если бы так было просто, почему так никто не делал? Это вроде 100 лет уже как починили. Ну, в смысле, этот, скажем так, обуз прикрыли уже вроде 100 лет как назад. Можно тужурку сделать и убивать мобов, потом сливать в алтарь. Тужурку? Что? Ну, есть тут корточка, да. Ваня? По Ваня? крайней мере, была в старых версиях. А в этой что-то я ее не вижу. Ваня? Я тут. Кирку? Ага, сейчас выдам. А вдруг? Да здесь просто не так много технических модов, чтобы между ними искать юзер. Термалочки на 1.16 точно нету юзера. Блин, как мне не хватает этого активатора. Он такой прекрасный был. Мне экструтивский больше нравился. Некоторые вещи можно, ту же астралочку можно было только через XU автоматизировать. А. Через стингсовский не работала она. Ты про Нет тут этой курточки. курточки. Нету. Эх, в Крите есть тыкалки. Ну, Имеешь в тоже виду верно. взять, поставить руку и чтобы она тыкала? Ну, не факт, что Blood Magic будет это подтягивать. И здравствуй. Куртка из Blood Арсенала. Вот, это даже мод был. Потом Да, мне казалось, это... мне тоже Ну, казалось. ладно. Вот как видишь, все эти моды потом так сливаются, что ты их просто друг от друга отдельно не ставят, и ты потом думаешь, блин, да это ж прям одно и то же. Тигрь, а ты нажми и услышишь... Ну, это так, это, скажем так, звуковая награда. Что? Гори, кнопочка. Гори, гори, прекрасная. Так, куда бы мне и как? То есть мне нужна шестеренка. Блин, Я в раздумье. а если... Ай. Ай. Так, развернися. Я потерялась, капец как. Тихо. Я вообще ускакала не туда. Ложка, что творишь вообще? Засмотрелась Так, в а как чате. бы мне тебя подключить? А тебе нужно, наверное, на один блок просто сдвинуть и все. Можно, конечно, поэкспериментировать, но можно и пойти по проторе на дорожке. Я, кстати, вот этими роборуками не пользовалась ни разу из Крейта. Я туда иду? Наверное. Да я уже прям лучше проверю. Выскакала просто в противоположную сторону. Тыкалка, тыкалка. Раньше вроде в кровавушке всякие фейк-юзеры не котировались в плане добычи крови. Но, может, тут это не пофиксили еще. Я думаю, этот фикс таскают не знаю сколько уже за собой. Так, а теперь нужно вспомнить, где эта дырка. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Дырка. Наверное, ниже. Кожаная туника. Она ни во что не перекрашивается, ее можно только на кожу разобрать, но и зачаровать. Видимо, скажут по горам, как сайгаки. И не говори. Тут все застроено, потому что я себе отмечала, куда я уже ходила. А лучше бы пометила, где дальше. Ух ты! Я какой-то сундук не потрогала. Вот это поворот. Вот это поворот. Кто ты и куда делал флешку? Да вообще. Тут что-то шуршит.
Может, мы так найдем, если не убьюсь. Ну, там вроде не очень громко тигр. Зависит. Вроде никто не жаловался, что он громко орет. Не, у тебя очень такие седл. Ну, типа, нежные эти штуки. Не влезло. Не горит. Флешка, ты не горишь? Нет. Нет, еще не горю. И я не горю. Ну, сейчас буду искать данжик. Не горим. И, возможно, немножечко это подгорю. Но это не точно. Флешка там опять... А, флешка там виндикатора убила. Да. Так, теперь мне говорят сделать колесико. Это там? Нет, там лава. Колесико крутые. В чулане флешка. Давай. О! А, извините. Господи, вот эти пауки, так, которые раз, по потолкам. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Ты знаешь, на что я наткнулась в пещере? На что? На ловушку. Я не знаю, активировать ее или нет. Ребятки, активируем? Кто в курсе, что это за ловушки? Страшно, страшно, вырубай. Ну, погнали. Здравствуйте, здравствуйте. Да нет, не сильно страшно. И ведьма. Красную кварковскую? Да. Они не очень страшные. А если бы босс вылез? А из них может вообще босс-то вылезти? А чё нет? Оно же спавнит рандомно существ. Паук, застрянь там. Застрянь. Я не тебе. Хух. Хух. Голову выбило, но зомбача. А надо было скелета. Чёрт. Он ещё идёт. Так. Ух ты. Так, мне, по-моему, понадобится обязательно кнопочка. И мне потребуются шестеренки малые. И джирбокс. Вот такой вот. Его надо все-таки вертикальным сделать. Кажется, я заблудилась и не найду так этот данжик. Флешка, которая не смогла. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. Блин, я кривой. Я кривой. Я кривой, кривой. Ваня. Просто лиса заразила. Просто. Не надо, парам-парам, не надо, парам-парам. Все, с головы не выходит. Лиса, за что? Даже Саша за пытался... За что, лиса? Саша пытался лошадкой это не перебить. Оно не перебивается вообще. Давай, бахни. Нет, не бахнул. Из-за флешки... А как его еще назвать? Жирбокс, да жирбокс? Че там его? Че думать? Гирбокс. Гирбокс, да. Ну, жирбокс, гирбокс. Разница. Не найдено. Зараза. Хочу данж. А тут что-то это? А, ну да, ну по кнопке я только если не полный набор вспомнил. Давно что-то уже с кредитом не развлекался и забыл, как оно устроено. О, ведьма. А чё мы тут тусим, собственно? О, 10 ведьм убила. Чтоб знали, кто тут главное.
Вау. Так, нужно подумать и вернуться в деревню все-таки. Так, у нас есть колеса. Правда, они не особо нам полезны. По-моему, у нас все равно лучше получается через стингсовскую машинерию. Но просто есть. Просто будут. Так. Так, и вот теперь нам предлагают сделать Furnace Engine. Так. Кажется, это оно. Ребята, кажется, это дно данжа. Но это не точно. А! Кто? Ах ты ж тварь. Куда делся? А чё я в этой низкой воде не тухну? А вот в низкой не тухнешь почему-то, да. Почему, не знаю. Нафига она нужна, я также не знаю. Ну, а типа для красоты, что-то. Ау. Так, брассы. О, у нас, кстати, даже хватит брассыса. Так, 5 поплющить. 5 поплющить, и остальное можно сделать. Так, ага, что я нужно нашла... было еще? Корпус? Да-да. Я нашла местечко, где перекрывается данж с деревней. А теперь нужно найти местечко, где выйти, собственно, в сам данж. Сложно. Так, зачем я вниз полез опять? Привычка уже, когда прихожу на наш участок, спускаться туда вниз. В нашу старую земляночку. Ну, где-то тут. А что мы, кстати, сделаем там на месте землянки? Ну, нужно там, наверное, оформить вход в шахту. Так. Например, лифт-убийцу из кредита поставить. Так, видите, сколько их лезет? Это значит, там данж. Я нашла. Смерка лося. Бедный так, лось. Кто-то меня обвиняет в том, что я игнорирую ее замечательную спальню, которую она для меня сделала. Это надо исправить. Поправить, да. Вот, я нашла спаунер. Кстати, он тут не один. Надо как-то... Ну, пробуем забрать. Забралось. И я тебе больше скажу, оно не ломает так кирку, как та. Та просто исчезла. А эта чуть-чуть сломалась. Ну, та-то была золотая. Ну да, у нее пониженная прочность. Так, теперь главное поднять. Да, поднялось. И он все так же зомби. Все, то есть проверено, ребятки. Ну давайте тогда я здесь пошарюсь и соберу остальные. А, я же тебе не написал так, автор сборки... Протестил сам, сказал, у него все нормально работает. То есть панику наводили какие-то ага. другие люди. Ну, в Дискорде написали, я что, я увидел, рассказал. Арр. Кажется, я нашла того потерянного рейдиста. Он тут застрял внизу. Арр. Убито. Тут есть еще данжики? Ой, эти, господи. Спавнеры. Очень так, странные, я только сейчас да? понял, что я не включил звуки игры. О, я нашла. Я их тут отключал, чтобы не мешали, пока я скриншотики делал. Кстати, все, ну почти все отстримленные серии я выложил наконец-то. Ей! Надо будет посмотреть те, что я не полностью посмотрела. А то... Заходишь такой после твоего стрима, я вообще не шарю, что происходит. Такая, кто, где, куда. Все, ребятки, я нашла, могу немножечко расслабиться, потому что он большой. Это вот
такая структура, как ты мне помнишь, скриншотик кидал. Вот идут такие полированные камни, вот эти морские огурцы, которые я не понимаю, при чем тут к этому данжу морские огурцы, ну пускай. Вот. Я тогда, когда обшаривала эту деревню, я увидела, что оно здесь есть. Но тогда я не решилась сюда влезать, потому что мы же ж... гол как сокол, так сказать, ходили. И что-то тут не особо богато каким-то лутом. Один спавнер и один сундук. Вот такое себе. Ей! Печковый двигатель. А глину, ребятки, я забираю, потому что вот эта циан глина, циан терракота, она просто прекрасный у нее оттенок, и она должна хорошо подойти на пол на заводе. А мне так лень было глину переплавлять. Опять. Или она там вылитая, просто коричневая, или что? Она вылитая будет просто коричневая. А ту, что я вскопала с горы, ее перекрасить никак нельзя. А ну, сейчас мы посмотрим на крашеную глину. Нет, по-моему, она по-нормальному не перекрашивается. По крайней мере, я не нашел. Нельзя ее так, помыть. Три латунных самородка. Так. Так, у нас есть верстак, да. Ай. А как я так? Упала. И выход в деревню. Теперь осталось всего ничего. Найти выход из деревни. Нет, я воспользуюсь скроллом. Нет, нет, ребятки. Я помню, как я на предыдущем стриме тут блуждала. Это был ад, адский. А водяное колесо? Водяное колесо очень слабенькое. Как бы оно вообще не вариант. Оно такой очень начальный вариант. Тут либо мельница максимального размера, она очень большая, либо вот это. Да, оно подключается к печке. Можно даже в печке что-то жарить, то, что нам нужно. Например, песок, уголь. Или вообще по кругу уголь. Ага. Колбасить. Так. Значит. Ты уже посмотрела, что там у торговца есть ценного? Вон там, он в ямке. Ты его изолировал? Он сам туда залез. А можно его убить? Убивай. Или... Какая лама крутая! Не, ну ты это видел? Ты видел его черную ламу? Ух ты! Вообще жесть! Красотка. Да. Это вот эти ламы, которых лиса теребонькает. Бэм. Бедный торговец. Не мы такие, жизнь такая. Они приходят, они просто достают... Я не могу даже описать, как. Они шастают и шастают с какой-то завидной регулярностью. Сил уже с ними нету. Еще и ламу убила. А что, мне их оставить гулять, что ли? Тихо. Будь. Спасибо. Мы с пауком стояли и смотрели, как они плюются. Они больно плюются. Мне броню дорого чинить после них. А. Да-да-да. А можете прожать рип бедненьким ламам? Точно. Что у нас? Зря смайлики как бы копятся. Так, моб-дроп. И квестик мы выполнили. Мой. Ты выполнил. Молодец. Красавчик. Да, если мне предлагают сделать тортик для Блейза. Хороший вопрос. Ну. Как? Так, о, Furnace Burner как раз предлагают сделать. Я тебе все эти слитки закину обратно в систему. Ага. А еще Крют Бернер. Спасибо, ребята.
А я вот не помню, как Блейза туда совать. Просто этой штукой подходишь и тыкаешь на Блейзе, да? Ага. Ну, спаунер у нас там Или есть. на спавнере Блейзов. Да вообще легкотня. Я правда не знаю, что потом будет со спавнером, если что. Ну, тогда лучше на Блейзе Не в курсах. тыкать. Угу. Ну, я уже потыкал. У нас есть блейзовая горелка. Горячая, горячая горелка. Так, у меня что-то опыта опять много. Так. Давайте немножечко сольем. Значит, тогда, если тинкеровская кирка работает отлично, и у нас уже есть два спавнера, то я могу один себе ставить, где мне удобно для Эйдолона, а второй ставить, где удобно для этого. Замечательно. Восхитительно. Сейчас немножечко сольем опыт. Я бы очень хотела поиграться с этим Хаксери, но, видимо, придется смотреть обзор, потому что ветки заданий для этого Хаксери тут нету. А вот, пока стоим, смотрим, вот этот колдрон очень интересный. Через колдрон можно делать всякие штуки. Ну, то, что тут тканюшки, это да. Блин, тут что-то полезное делалось. А ну покажи мне немедленно. Опа. Так, чего еще нужно? Вот такая нужна бластушка. А есть меч с разрушением лута? Еще вообще в зачарование они как бы не Ну упирались. и есть зачарование, есть. Вот, просто еще конкретно не навешивали. Ну и мы пользуемся тинкеровскими, а на них эти зачарования не вешаются. То есть нужно делать отдельный меч и желательно с мендингом, чтобы он не ломался. Но мендинга у нас уже есть пару книжек. Нужно просто эти книжки добить. Еще у меня прокнуло на шлем Insight. Насколько я помню, Insight тоже увеличивает выпадение опыта. Давайте письмо сюда спрячем. Итак, мне тогда нужен еще один компаратор, чтобы все можно было. Помню, когда-то так чаровал меч для получения именно этой чарки и по глупости его выкинул. Господи, на психушке, что я, что Ваня, мы такие мечи эти драконовские сделали. Я не знаю, 200-300 уровней только так набивались. Просто. Я таких цифр 100 лет не видела и, наверное, никогда больше не увижу. Что я хочу? Я хочу компаратор. Кто мы? Флешки. Что нам надо? Компаратор. Жмаки. Есть. И если это будет... Но это все равно он будет... А, можно ему уменьшить радиус? Ты там что-то крафтишь. Уже вышло. Просто я тут. Я просто тоже крафчу, мне нужно накрафтить. Извини, Так, извини. все. Все нормально. Может поставить еще один крафтинг грид, чтобы мы не мешали друг другу? Или они не А синхрон... давай. Или они не синхронизируются? А давай. Просто где-то вот тут в сторонке ткни его. Вот, может, даже вот тут между печкой и диском. Я его покрашу. Нет, ты бери себе крашеное, а я себе не крашеное возьму. Хорошо. Он же практически твоего цвета. Он purple, но не magenta. Сейчас перекрашу. Сейчас все будет круто. Да, я внимательна. Ну, обидно. Привет, кайф. Здравствуй, Каев. Обидно выкинуть Так, что важную там нам вещь. Джендовый, да. по квестам дали? Медишку дали. Медишку надо передробить, а ведерко лавы слить. Так. Алюм. Маджента. Ты себе сделал, да? Контроллер. Сейчас. Крафтинг. Так, грид проще найти. По гриду. Я вроде заказывал автокрафт. Так. Грид и переделать тебя в крафтовый грид.
Да, ну давай вот сюда вот поставлю. Идеально. О, вот это маджент. Господи, ну и тростник. Да. Пугает меня. Кто мы? Флешки? Чего мы хотим? Убивать, воровать. Ну и компаратор. Так. Так, а seed oil как здесь делается? Из семян? Из любых семян в прессе. В каком прессе? Крейтфуском. Так. Увеличить. Просто... Если я не ошибаюсь, то вот эти апгрейды, если их с кварцем применять, то они в обратную сторону работают, да? Значит, если сейчас у моего спавнера спавнера 4, то есть он будет спавнить 4 на 4, а мне не надо такое большое пространство. Мне нужно поменьше пространства. То есть нужно в него пару палок запихнуть. Пошли, пару палок раздобудем. Там уже эти эмеральда-доноры собрались. Есть ли в левой руке кварц? Да. Я вот пыталась вспомнить, как оно делается. В левой руке сникерс, в правой руке кварц. Так звучит даже лучше. Мне твой вариант нравится больше. Давай так будем делать. Починю немножко меч и пойдем наваляем блейзом, потому что блейзы мне нужны. Так. Кстати, а ты не хочешь сделать тинкерс печку, а над ней посадить Блейз, спаунер, утащив его из Незера? Прям сейчас нет. Хочу для Эйдолона хотя бы ритуал один раз провести. Они там будут плавиться, а это выплавлено можно потом выливать в роды? Давайте посмотрим. Нет, они дают же эту кровушку. Можно выливать, да. Да, они дают Blaze Blood. Блот. Господи, сказала. Вообще. Blood. И можно через Roadcast выливать в палки прям. Но нам Круто! она как топливо нужна для того же этого манилина. Нам нужна будет именно их кровушка в качестве топлива в самой печке. Обязательно так сделаем, но не сейчас. Обязательно бахнем весь мир в труху, но потом. Но потом. Можно даже будет, знаешь, что свистнуть какой-то другой спавнера. Это... Хотя зачем? Не зачем. Это ж какую печку нужно огромную делать? Или просто слив делать? Здесь есть поддувалки, кроме креатовских. Фен. Так, Или белт. ну есть эти болты из самого же этого. Так, Из крейта. а как тебя ставить? Что-то я уже и позабыл. Тебя рядом или тебя на одном блоке надо ставить? Кошмар. Штука. Я все забыл. Я один единственный раз делал эту махину, но уже все позабыл. Там есть какой-то нюанс, Ваня. Я вот помню, что... Есть, вот я помню, да, что там все не так просто. Все помнят про нюансы, но не помню, Так, какие. блин, так, мне надо майн перезапустить. Секунду, ребята. Что сломалось? Подсказки приитовские сломались, я думаю, из-за того, что оно на букву Т, а не на букву W. Ай, больно, больно, больно. Больше. О! Мама родная, ты что такое? Что за Чё, где? эмбоди? На меня какой-то эмбоди. Infernal Expansion. Это что за фигня? Ух ты, какая милота! Да вообще ни разу. Ты столько гулял по аду, ты ни одного не видел такого. Нет. Зачем мне такая радость?
Ну, Соленька, посмотри, на что Соленька идет, которая с него нападла. На соленую плотеньку. Ее что, кушать можно? Оно там что-то еще рычит. Да. Забавно. Мои косточки, мои. Ай, убегать. Пошла Блейзов бить, накинулась на этих, на визор скелетов. Они такие вкусные. Кто? Флешка ведьма, блудница, госпожа. Знаете, как этот покемон Дикто такой. Я буду кем ты захочешь. Пошли, пошли к Блейзам. Здравствуйте, товарищи. А где товарищи? Здравствуйте. О, три палки. Тут такие красивые вот эти золотые решетки. Прям в ущатину. Ну. Меня товарищи игнорят. Здравствуйте. О, 10 блейзов. Загадка про три палки. Мне кажется, я даже счастлива, что не знаю ее. Но это не точно. Я тоже не знаю. Может, это к лучшему? Soul Soil. А Согласен. это Soul Sand. Давайте, товарищи, еще три штучки, и я от вас отстану. О, даже какой-то квест был на 8 палок. Ну, еще один. Сейчас, хоп, босс вылазит. И наваляет мне по первое число. А интересно, если босс вылезет и в печке будет гореть, он же больше крови даст. Он же сколько времени горит, столько и дает. Я же правильно понимаю? Загадка авторская. Понятно. Вдвойне страшнее. Горит, ведьма. О! Чувак, ну нельзя же так. Он меня подкараулил. А шо бахнуло? Да, если босс вылезет, то из вас больше крови выйдет. Я имела в виду, босс вылезет, когда оно будет стоять над печкой. Значит, будем уменьшать радиус. Я бы даже до единички уменьшила, чтобы оно было 3 на 3. Что нам нужно сделать? Это даже можно делать на поверхности, просто главное им сделать, как это сказать, дошок, чтобы они не горели. А то получится гори и гори, и они действительно будут гореть. Где Ваня? Ваня! Ваня? Ваня? Мы его теряем. Так, что нам понадобится? Нам понадобится забор. А, кварц еще понадобится. Кварц. То есть, теперь, когда есть второй... Ваня на стриме отошел. А, понятно. Теперь есть, когда второй, то я могу настроить себе под себя его, короче. Как оно там? Вот. Просто нормал. Не надо синхронизироваться. Не люблю, когда синхронизируется. Можно не синхронизироваться? О, отлично. Кто знает, как бороться с массовой атакой меча?
Быстро атаковать не вариант. Без понятия. Так, у нас есть это. Нам нужен заборчик. А куда я весь заборчик утащила? Ложка. Вот весь заборчик. Можно даже ворота сделать, чтобы туда-сюда заходить. И спавнер, кстати, можно выключать снизу. Можно снизу выключать спавнер. Да. Чтобы сейчас на этом маленьком не делать себе какой-то этот включатель-выключатель. И. О, стоит уже. А что вы тут делаете вообще? Серьезно? Скелет, ты с ума сошел? Ты что по нему стреляешь? А ты что такой толстый, кстати? Вот не первый раз встречаю вот этих монстров с рюкзаками, но они никогда их не дропают. Я бы так хотела. Видите, ничего вообще не дропнул. Здравствуйте. Купаешься? Так. И значит, мы вот здесь сделаем местечко для пыток. Ну, не под домом же, правда? Вот здесь сделаем. По сути, у нас будет спавнер. Оставим даже по два блока. А вот здесь поставим забор. Они не должны так далеко спавниться. Раз, два, забор. Раз, два, забор. Раз, два, забор. А еще они ж, если светло, не будут спавниться. Или будут. Или можно отключить это требование освещения. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что мы можем отключить. А то может получиться, что я не смогу их на улице спавнить. Так, это у нас задержка. Это хорошо. Не крутись, пожалуйста. Количество. Это хорошо. Количество проверяемых, в принципе, тоже. Расстояние до игрока тоже нормально, но, в принципе, я далеко не буду стоять. Радиус. Ага, spawn conditions через яйцо дракона. А я не Блейзов буду тут. Я тут за зомбачей буду. Так что нужно все-таки под землей это делать. Нужно сделать под землей. То есть сделать здесь спуск вниз и там этим заниматься. Ме-ме-ме-ме. Давайте тогда соберем это. И будем вниз делать. Потому что здесь я их не смогу обеспечить как бы темноту. Они не будут спавниться при свете. Не лучше ли окружить спавнер пеплом из айдолона, который не пропускает монстров? Прекрасно, да, да. Но суть в том, что я поняла, что спавнер не будет спавнить днем. Так что нужно спускаться поглубже. И действительно отделить пеплом. Тогда и комнатку буду делать такую под размер. Пепел уже готов. Ой, а он даже умножается немножечко. Это хорошо. Это хорошо. Тогда сейчас выроем маленькую комнатку и поставим туда спавнер. Красная комната тоже неплохо. Так, будем туда, наверное, на лесенке спускаться. И люком это прикроем здесь. Насколько глубоко. Вот сейчас до камня дойдем. И вот на такой глубине и будем делать. Лесенки неплохо. Неплохо было взять. Пинай-пинай, лисенька. Мы уже скоро будем заканчивать и к тебе отправимся. Я, по крайней мере, на Ваню кинем ссылочку, а на лисеньку кинем рейдик, чтобы у всех были варианты. А Ваня уже вернутый или нет? Ваня! А мраком не прикроем? Нет, нет.
Тут будет мрачно, а прикроем мы все люком. Айона, короче, все по канону. Будет и мрак, и люк. Все будет прям вуще. Нет еще. Что нет еще? Не вернулся? А, Ваня не вернулся. О, глина. Мы так далеко за глиной ходили. Значит, что у нас будет? У нас вот здесь будет... А вот теперь я вернулся. Ей! Так, ну, Майн, не чуди. Красная комната — это комната, где все... В которой все в блуде. Ну что, на Петре? Спасибо, Хмикадзе. На Петре у меня тоже красная комната. Ну, здрасте. Добрый вечер. Что такое? Майн совсем расхулиганился, не хочет мне креативскую подсказку выдавать. В смысле? Что за непотребство? В прямом. Полнейшее непотребство, непонятно. Я же полностью Майн перезапустил. А, ты имеешь в виду визуализацию того, как оно должно делаться, да? Окей, придется тогда гуглить по старинке. У меня что, досок с собой нету? Ну, пошли блоками наверх. А, понял. Я, точнее, как понял, как, в чем прикол там. Оно в бок должно ставиться. Нет, нет, все-таки... А может. Ваня, апофеозовские спавнеры, если они настроены по редстоуну, будут ли они при свете спавнить? Не будут. Для этого есть яйцо, что снимает ограничения по условиям. Да. Он не будет при свете спавнить? Яйцо, а не Незера. Незера он тогда безлимитно спавнит. Этого прям... Нет, это... не делайте этого. Никогда этого не делайте. Хорошо, что у меня тогда Ваня был, которого я попросила, убей все. Я тогда так все залагала, просто кошмар. Стыдоба. Мне стыдно, да. Лесенки. 8 штук. Там хватит 8 или нет? Давайте еще сделаем. Хорошо, что я это вспомнила, пока не поставила. Я могла. Шламалуся. Ломалося. Бывает. Морюшка, твое агрессивное это даже Твич заблокировал. Так. Спаунер. Компаратор. Левер. Это. Ну, погнали. Так, зачем нам нужен был вот этот вот флайвилл? Зачем вообще мы этот движок делали? Кто-нибудь помнит? Какой флайвилл? Ну, в смысле, вот этот печной движок мы зачем-то сейчас сделали? Ну, ты хотел его сделать. А зачем? Чтобы что-то питать, но я не помню, что. Подожди, что ты хотел им питать? Убей всех, убей. Цитируешь? Я не поняла. Звезда игрока, а что тогда снимает ограничение на количество? Что-то, что снимает ограничение на количество, то не ставьте. Где оно? Да, игрока. Хорус фрукт. Ага, да. А почему тут так просто? Ну, потому что на психушке было сложно, я поняла. Ну, там старался же товарищ, да. Чтобы все было повеселее. Если я поставлю здесь, поставлю так, и теперь поставлю на тебя левер. Если взять кварц в эту руку и вот этим уменьшить, у него радиус был 4, так должно быть 3. А так 2. Вроде бы. Но это не точно.
Так, зачем же я хотел эту штуку-то поставить? Это же склероз. Вот тут даже недостаточно темно, ребятки, чтобы они спавнились. О. Ладно, вспомню, вспомню. Что от нас там дальше по квестам хочет, очень хочет. Да-да, сейчас будем насыпать всякого. Отлично работает. Можно даже здесь ставить и убирать факела. Сейчас бы я их нащупала. Вот. Не сладкие спалки. Я ифритовские палки скинул в систему. Хорошо, я тоже сейчас докину. Так, ну оно работает. То есть в него можно скидывать чаркол, и он будет, соответственно, крутиться. Так, нам нужно куда-то... Тут серебряный уже танк. У нас уже переизбыток криозота. Да ты что? Так не хватало, так не хватало. Тут опа. Видишь, какая у тебя эффективная система? Вущатина какая. А она за ночь накопилась. Ночью-то особо расходов не было в системе, вот оно и накопилось. Господи, какая эта штука крутая. О, босс заспавнился. Поспать. Сейчас засунем туда глазиков Эндера, засунем туда золотых часиков. Золотых часиков, я не знаю, штучки 4, 5. Глазики Эндера – дорогое удовольствие. Да, а, не Эндера, а этого паука. Ферментированные глаза А, паука. Глаза! паучи-то? Да, давай. Глаза! Глаза. Глаза! Выковырить у Вани глаза. Кошмар Так, какой. что нам дальше предлагают по креэйту сделать? Что Давайте еще? уж глянем. И сахар. Тортик ифрита, потом всякие странные материалы. И еще предлагают прецизионный механизм сделать. Мне тут что-то накидали? Кстати, можно сделать этот индукционный нагреватель и питать печки не углем, а электричеством, даже обычные. Круть какая. Ифритовый Так, тортик, ну да. давайте. Блейз. Эй, так, флешка терминал, да. Видишь, ты просто по привычке к нему тянешься. Вот. Угу. Ничего, скоро мы Привыкнем. пойдем с тобой разведаем, где end. А, и удаленную И штучку будем здесь, делать, да. да. Согласна. Так, нам нужно яйцо, сахар. Эгг. Эй, эгг, берись. Глазастый спавнер-мажор. Шугар. Сколько там сахара этого впихнуть можно? Кажется, много. Нет, все. Где там флешка Где там флешка тусуется? Под землей. Если у тебя есть один лишний сахар, поделишься? На кухне. На кухне в ящике с овощами. Ага. Там еще есть. И тростники, вроде бы, и сахар есть. Так, теперь заценим, сколько их спавнится. И можно будет сюда ритуал приносить. Все равно им светловато здесь. Так, яйцо, сахар и... И циндерфлауэр. Это что? Это нужно подробить на зарак. Причем именно через колеса. Такое впечатление, что ему мало места, либо слишком светло. Не видно, чтобы оно куда-то Колесики у меня с собой есть. в другое место спавнило. Не знаю, зачем нам нужны были колеса, но
В смысле, это флайвил, короче говоря, вот эта вот чудо-машинка на печке. А, ты ж колесо хотел им питать. Я еще говорила, ты говоришь, я хочу сделать колесо. Я думала, ты про грайндинг-стоун говоришь. Будем же делать колесо? Там что-то на нем дробится? Так уже сделали. А чем запитано оно? Ну, как раз вот этим вот, печкой. Ну вот, супер. Чё оно все равно на по нем... одному? Что нужно на спавнер намазать, чтобы оно каунт увеличило? Ну вот, глаза этого. Ой. Оно начало спавнить? Я ушла, оно начало спавнить, да? Все, отлично. Несем ритуал. Дорогая, где у нас сахар? Какой же ты беспомощный. Сахар в чулане, в банке из-под какао с надписью «Соль». Точно так, точно так. У меня хоть что-то влезет сюда? Ну, почти, почти. А, через тебя же нельзя. Нужно ставить коги. Чтобы оно вертелось в обратную сторону. Так. Да-да-да. Шафт. Так. Вот, ритуалы. Ритуал кристаллизации. Нужен 2 редстоуна и боунмил. Отлично. Ой, я сегодня не пробовала молиться, кстати. А там можно каждый раз одинаковую молитву или разную молитву молиться? Да хоть 10 раз подряд одну. С дней. Бам. Так, как тебя сделать-то бы? А, так. Да, да, Морюшка, нет, чем меньше радиус, тем меньше их спавнится. Но я думала, что каунтом я это немножечко подтянула, но, видите, не сильно. Так, нам нужен редстоун и нужен боунмил. Боун. Насчет боунмила. Господи, как я страдала с этим боунмилом, пока строила дом. Страшно вспомнить. Так. Тут нужно будет стенки украсить немножечко. Ой, смотрите, сколько их. Замечательно. Я не помню, как правильно ставятся эти штучки. Но будем надеяться, что впритык оно тоже сработает. Смотрите, сколько их. А? Как тебя развернуть-то? Ай. К себе лицом. А! Я все сломала. О, сработало. Отдай мне это. Оно ж работало. Так, я что-то не то демонтировал, да? Да, я зачем демонтировал флайвил? Зардул. Тесновато, короче. Спавнимся, ребята, не стесняемся. Вот, вот. Сколько этих душенек нужно для... жития спокойного. Мы еще котел попробуем. Смотря что ты имеешь в планах. Там же можно их на зачарование тратить. Точно, там же столик зачарования есть такой читерный. О, какой он читерный просто атас. Спамьтесь. Тут, по большому счету, можно радиус, как бы, подтягивания спавнера увеличить. Я бы могла себе наверху туситься, они бы здесь накапливались. Потом подошла такая, и поньк, и всех. И всех пью. Красота. Жаль только в таком варианте они, как бы, лута не оставляют. А? Ну, отдай. Спёр. Моё! Спёр мою вкусняшку. Все, выключим красавчиков. Пошли отсюда. Может, еще улучшение в спавнер засунуть?
Надо глазиков засунуть побольше, скорее всего. Да, я не максимум глазиков засунула, потому что у меня кончились коричневые грибы. А я использовала все. Это я умничка, нужно было размножить грибы, да? Я просто молодец. Так, что дальше нам предлагают делать с этими кристаллами? В Эйдолоне. Дальше столик можно. Можно тут всякое крутить. А, я хотела сделать золотишко на гоблет, да? Да, золотишко на гоблет. И тут сейчас будет прикол. Я не знаю, Ваня, как ты справлялся с этим кручением. Сейчас я буду страдать. А вообще, с лёсками Гаста можно увеличить количество модов, мобов перед спаунером. Да, можно кап. Но оно по площади считает. Да, можно кап. Но у нас только нету слезок Гаста. У нас нету столько слезок Гаста. Так-то у нас вроде были. Ну, если у нас там одна-две, то это не считается. Это не, нету. Не для того, чтобы прям пихать в спаунер. Так. Я уверена, что у меня не получится с первого раза. Ты с котлом больше возился. Расскажи-ка мне, мастер котелного дела. Какие там хитрости? А что рассказать? Не знаю, хитрости премудрости. Бросать надо аккуратно и крутить вовремя. Ну вот, например, так, вот так, кстати, наконец, будешь работать, зараза. Так, мне же назирак нужно раздрабливать, я ничего не путаю. Да, назирак кидаем. А чё оно не закипает? О! Оно будет видно, что кипит или нет? Вроде да. Ждём. Во. Перечёт конструкцию бы надо, наверное, куда-то под землю немножко загнать. В ад за слезками. Надо себе лук нормально сделать, чтобы в ад за слезками. Или джетпак тогда вообще. Ведьмочка спрашивает, как варить в котле. Это очень замороченный котел. Извините. Но оно что-то не закипает. Так. Ну давай. О. Подождите. Закипело? Да не, я все испортила. Я прощелкала момент. Я не посмотрела, в какую сторону крутить, и прощелкала момент. В какую сторону крутить? Или тут не надо крутить? Тут не надо крутить. Подождите. Так, попытка номер два. Флешка, надо очень быстро варить. Ну вот. Я подумала, что там нужно крутить. О, великий суп наварили. О, вкусный суп наварили. Да не наварили, как видите. Ой, все. Так, теперь тебя нужно запихнуть куда? В компактор. То есть в пресс с этим. С котелком под ним. Получилось! Ей! Флешка получила лося. Да! Лось получен. Нужно еще один. Плохо варили. Плохо варили. По второму кругу получилось лучше. Но оно не кипит. Я ждала пузыриков, оно не закипает. Тут надо только нажимать перед тем, как предметы исчезнут. Именно в этом рецепте нету кручения. Именно в этом рецепте. Но если посмотреть, то вот, например, в этом рецепте показано, что нужно... Кинуть, кинуть, покрутить, а потом кинуть. Кошмар. Завтра Хейзенберга зовите. Научит, да? Но я думаю, что тут не то. Научит. Чёрт, редстоун упал. Это уже не то. Это уже не то. И как это испортить? Оно сейчас само испарится.
А если хоппер поставить? Подождите. Тогда... Неа. Нет? Черт. Ты тоже уже такое думал, да? Это кто только не думал, нет, он только на вкидывание работает. Зараза. Можно дроппер сверху приделать. А хоппер разве не выбрасывает вниз? Хоппер — это воронка. Я путаю уже с винтажной. Ой, все. Вы и ваша винтажка. Да. Так, и быстренько, быстренько, быстренько. Так. Где-то Ура! я этот краник-то делал криитовский. Ой, Бультеров. спасибо, 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 спасибо. Я сделала модную чашечку. И сделала на это квестик. Подожди, а в чашечку еще можно Так. кровь налить? Можно. Надо. Для этого нужно над ней, по-моему, ну, народ и сам жить я над ней пытался убивать, но, по-моему, можно любое живое существо мирное над ней убить. Но там еще какой-то ритуал нужно проводить, если я не ошибаюсь. Или нет? Ха-ха-ха. Не кровь, а блуд. Эти вопросы нужно озадачиться. У нас, в принципе, стол сейчас очень сильный, даже для начального стола. Вот. Надо будет с этим озадачиться, не сюда. Сама книжка что пишет? Еноть! Здравствуй, еноть! Так, у нас есть ведра. У нас есть Да, ведра. нужен определенный ритуал. А я Ой. не знаю, какой. Ага, в тебя просто так не залить, что ли? Лаву. Про гоблет, что нам пишут? Ну, давайте вот такую вот хрень сотворим. Подожди, Итан Дрейн. а может действительно просто над алтарем его убить? Существо. Сейчас окружить алтарь забором, принести туда кого-то и убить. Вроде бы и корову убивали, если я не ошибаюсь. Не сбежит ли она отсюда? Или же нужно прочитать какую-то молитву? Кто знает? Блуд шардоне. Именно вот так вот написано. Шардоне. Так, возьму я твою носилку. Она очень упоротая, но сейчас покажу, насколько она упоротая. Ну-ка, я хочу это видеть. Сейчас. Открыл стримчик себе. А это, кстати, со стороны будет лучше видно. Смотри. Со стороны. Сейчас Да. тогда подбегу. Вот это считаете нормальным? Убить и помолиться, если Да. мне не изменяет память. Можете нагуглить, какая молитва? А чё я без куртки? А, оно заменяет куртку, чё я возмущаюсь. А чтобы его снять? Вроде жители считаются как более ценная жертва. Да. Не упади, там зомби тусуются. Хотя я выключила. Ой, что там горит? Оно сгорело! Ваня, горит! Ваня, потуши! Потуши забор! Забор! Ой, я твои грибочки сбил Ничего случайно. страшного. Ничего страшного. А что оно загорелось? Оно от огня отсюда загорелось аж туда? Да. Нифига себе! Нифига себе! В книжке молитва есть. В книжке есть молитвы? Да. Подожди. Тебе нужно открыть сначала эту молитву.
А как ее По-моему, открыть? первые несколько раз ты молишься просто самой простой молитвой, которая 3 раза первый символ. У меня уже Потом открыто через три несколько... символа. Мне кажется, что вот этот красный, 3 раза красный просто. Или там какая-то комбинация? Нет, там комбинация. Там, по-моему, глаз, трезубец, глаз, что ли. У тебя где-то есть же список молитв. Животные Вот дают. тебе пишут. Виолет, это немножко другой мод. Ты путаешь моды, ты путаешь кровавушку и эйдолон. Нажми I под символом. И что? Я увидела просто его описание, и все. А как бы комбинации молитв я не знаю, где даже смотреть. Тут ресурсы, тут ритуалы. Ритуалы это понятно, с брейзером. Тут артифиш. Как это сделать? Корова у меня на голове тусит. Вот есть про гоблет, но про гоблет просто написано. Просто написано, Так, убив животное над этой чашей, заполнит ее кровью. Давайте просто попробуем убить животное над чашей. Или думаешь, нет? Корова меньше. да, заполнит. У меня Но корова как бы сбежала. использование крови, еще там нужна будет кровь именно в ритуалах, в какой-то из молитв. Или в ритуале уже. Сейчас, корова. Не бесись. Сейчас я все сделаю. Сейчас мне нужно корову туда закинуть. Эй. Потусили. Извини. Сейчас мы Извини, корова. перельем обратно лаву. Но это не засчитается, да? Стенд, потому что мне... Жертвенная корова. Кажется, она прям вообще на тетин. Отлично. Ей! Я наполнила. Я ее просто рядом убила. Молодец. Все. Я больше шуметь не буду. Да мне-то что, я в наушниках. Я в конце концов лисиный вопли привык переносить. А скажи честно, ты дергал лису за хвост? Дергал. Вот. Так что не я одна такая. Я больше по версии 1.7.10. Ну тогда вот завтра на Петра вы прям обязаны прийти. Вот там прям чистый 1.7.10. Короче, мы заполнили. Ну, прям уж такой чистый. Ладно тебе, флешка. Вон там... Ну такой. Грего чистый. Но в Теургии, ну просто там было написано так, что как будто там еще какой-то ритуал нужен. Вот я недопоняла этого. А это именно кровь потом в ритуалах может использоваться. А достаточно было просто рядышком убить корову. Ломкрафт моя слабость. Отлично. Немножечко влипли в эйдолон. Дальше мне нужно просто намаливаться, да? Намаливаться. И вроде бы идола можно поменять на более крутого. Так, я тут еще сало шардик. Мне отсыпали за квестики, я их тебе в ящик кинул. Так. А, еще это золото аркана. Надо то, что докинуть. Туда же, да. Морешка, эта история умалчивает. Включи фантазию. И тогда не нужно будет спрашивать. Ой, грибочек на место поставить. Кстати, флешка, ты когда получаешь в награду руды, ты их не скидывай в систему, ты их кидай сразу в пульверайзер. Да я их просто какое-то количество набираю, а потом по тегу OR выбираю все остальные, ну, что осталось в системе. Или прям по чуть-чуть туда кидать. Какой грибочек? По чуть-чуть. Так. Дальше нам говорят, сделайте либо всякие сложные механизмы, либо хроматический компаунд. Так, и кровавый мы выучили.
И животное мы пожертвовали, хорошо. Ароматический компаунд. Ага, тебе нужно прогреть этим тортиком дурацким. Так, значит, надо тогда всякое креативское переносить потихоньку. Выходит. А, не засчитала мне это как жертвоприношение. Видимо, нужно было молиться. Я не знаю, вот где-то в книжке должны же быть молитвы. Или я что-то тут туплю. А вот, все, я нашла. Все, я поняла. Dark Prayer. А, это вот это в Теургии, да. Sacrifice Animal. Это вот, об этом мне Old Stem говорит. Так, мне бы, конечно, тоже, наверное, развить эту айдалуновость. Я, честно говоря, не помню, оно другим-то игроком скрафченное будет работать, Например, пенданты если ты всякие. сам не знаешь. Да, все. Ну, пенданты вроде будут работать, а вот столик и все прочее. Скорее всего, да. Ей! Я и ритуал жертвоприношения. Я открыла вот этот знак души. Есть. Так. И вот О, я нашел. теперь. Так. Да-да. Эндермен флешка. Где? Так, он тут носится. Так, все, он уже сбежал. Нет. Взял и сбежал. Он сидел на дереве, зараза такая, видимо, поэтому ты его не видела. Да я в книжке была по уши. Кстати, мы когда-нибудь все-таки сходим к тому эндермену, который у нас вот тут сидит. Он еще сидит? А нет, он же где-то в другом. Не, сидит вот тут вот. Вот тут есть эндермен, где-то внизу. И можно туда сходить. А может сейчас сходить и на этом закончить? Сейчас убьюсь об Ну, эндермена. я бы тогда тебе помог. Давай я тогда вернусь домой. А ты далеко Я куда-то просто пошел? Ну, я полетел туда, к ведьмам, в деревню. А. Куда-то в начале. Я подозреваю, это та самая деревня, куда ты в начале стрима летала. Возможно. От нашей базы практически строго на север. Сколько тут получается? Примерно 1000 блоков. Очень даже может быть. Сейчас возьму что-то покушать. И, наверное, оставлю рюкзак дома. Я думаю, это хорошая идея. Если меня прям сильно будут убивать. Что взять? Все такое вкусное. Суши. А я пойду немножко от Зики, как она это называется, стырю, где-то была. Он особенный. Это какой-то эндермен босс. И он там уже сидит. Я даже не знаю, сколько стримов. Боссы не деспавнятся. И он там сидит. Вопрос еще, как его найти? О, опять житель пришел. Вот тебя в жертву надо было принести, чувак. Че принес? Опять мусор всякий. Вот там вот за криперами не видно, но вот тут есть один эндермен, а там есть другой эндермен. Ну, пойдем, наверное, к этому. Там возле дома где-то светится, но я не понимаю где. Видимо, где-то под землей. Я прям слышу, тут Вот такая... где-то тут. Тут такая толпа, Ваня. Кошмар, что тут творится? А чё это за сборище? Там два эндермена. Блин. И как к ним правильно подлезть? Ну как? Так как делать никогда нельзя, но как все делают. Dig straight down.
Вот я его слышу, он где-то хрюкает. Ух, елки, ты там нашла компашку. Он убежал. Так, а этот вернется? Он же был босс. Куда он ушел? О. Ты его нашел? Я прокопался. Ай! Высунулась, называется. А что за тусня тут такая особенная была? И что? И где он? Дратути. Так, где ты? Где ты, друг дорогой? Я не знаю, этот эндермен вот просто где? Смылся. А! Скелеты перестрелку устроили. Я тебя, кстати... А, ты своего ищешь, я поняла. Я своего ищу, да. Эй, эндер. А этот я же тебя слышу, паршивец. Ме. Я что-то ждала эпического какого-то босса тут, а тут ме. Так, давай, телепортируйся ко мне. Там еще один есть где-то. Так, он мне дал блок глины. Серьезно? Тролль. Серьезно. Ну, он его таскал в руках. И все? И все. Но у меня мечка-то без лутинга, без всего. Ну, у меня с лутингом мне это не помогло. Точнее, не сильно помогло. Так, давайте тогда попробуем еще до этого докопаться. Флешка докапывается до эндермена в прямом эфире. Спусти жителя туда. Это точно. Зачем? Зачем жителю эти приключения? А чтобы мало не было. Он сейчас сам себе приключение на попу найдет. Эти жители умеют. А чуть шо, сразу в инвиз. Правда, тут вопрос, он ниже или выше? Хм. Тут вроде бы ничего нет. Так. Я слышу шорох маленьких лапок. Ваня на семейство орудует. Неужели не здесь? Только не смывайся, зараза. Такое впечатление, что в другую сторону. Ух ты. А. Доступное жилье этого гала. Какой у вас юмор? Нет, не туда. Ну, даже если не найду, хоть рут накопаю немножко. Так, светлее. А как им тут прокапываешься? Бах. Чё ты орёшь? Вопрос, даже где ты орешь? Слышите эти звуки? Из этого динамика все эти оры такие. А вот ты где? Блин, я ему в глаза посмотрела, что ли? Ай, бейся по ногам, давай. Он застрял в гравии. Понимаешь? Убита. Так, эй, ведьма. Я, конечно, тебя искал, но не совсем искал. Зараза. Давай в книжке распишись, пожалуйста. Есть. Добыто. Добыто. Пошли теперь отсюда выбираться.
Сейчас доберусь на базу и на этом будем заканчивать. Так, ты расписалась? Нет? Ядритяны. Еще и каким-то... Ты на А эту тут еще желтую другой попал? тип ведьм. Нет, тут есть этот Врес, но не который призрак, а который из Dungeon Mops. Который огнем бросает. Ага, О, синий. они такие приятные. Поджигают меня просто. На раз-два. Чуваки, я не к вам. Отстаньте. Эндермен? Эндермен! С трубой. Пу-пу. Ай, убегает! Пауки, отстаньте! Эндермен же! Ну что вам жалко-то? Сейчас меня убьют просто. Отстаньте. Есть. Так, черт, тут мясо. Так, и меня убили. Просто ведьма, этот вот огненная ведьма, назовем ее так. Еще и скелет, вооруженный двумя костями, как барабанными палочками. Красота. Можете Да поспать? вообще. Давай я посплю. А толку, они все под землей. Ой, оно теперь над землей. Кто? А, вот это? Вот это вот. Ща. Как ты орешь, зараза. Все, убито. Спасибо. Сколько всего, кошмар. Сколько там эйдолоновских? Они вроде как-то не спавнились. Ой, только не взрывайся там. Я не знаю, заприватила ли я. Черт. А что ж их так наспавнилось-то? Как мне теперь до своей могилки-то добраться? Тебе помочь, может? Да мне просто нужно туда безопасно спуститься. Там просто ямка один на один. Я думал, я быстренько сбегаю. О, я выбила маракасы. Подожди, а тут есть Нет, тараканы? это другой мод. А, это другой мод. Подожди, мне нужно это взять в руки. А чё они не звучат? В Их нужно, смысле? я подозреваю, их нужно две штуки вместе скрафтить. Типа парные. А чё у них откат-то такой длинный? Ой, всё. Ой, всё. Настоящая ведьма закусывает суши. Да, конечно. Свежено. Причем это вегетарианские суши, там просто рис и водоросли. Короче, я паркуюсь. Я паркуюсь и буду заканчивать. А, ты еще будешь какое-то время? Я еще немножко буду. Вот, так что Полчасика, наверное. мы к тебе с ссылочкой пойдем, кому интересен дальше А, Майнкрафт. хорошо. Так что спасибо тебе за компанию, твоему чатику пока-пока. Спасибо. Пардон, тебе за компанию. Отключаемся. А, в общем, вот огненная ведьма. А не это, ваши мобы. Да. Спасибо всем огромное за компанию. Продолжим мы с этой сборочкой в среду в 8. Наверное, немножечко продолжим с Эйдолоном и начнем кровавушку, потому что пора бы ее начать, у нее там много закадрий, а в принципе скрафтить просят очень много. И я бы очень хотела сделать карьер на кровавой магии, потому что кровь здесь вообще не проблема, а добыча руд была бы очень интересной. А сейчас завтра у нас 12 по Москве Грегушка, Петр. А в 8 по Москве завтра у нас с Лисонькой будет Стардью Вэлли. Если она, конечно, от поплывайки оторвется. Посмотрим. Может, мы немножечко подвигаем Стардью Вэлли, если Лиса не закончит еще с поплывайкой. А то она так загорелась, очень не хочется ее отрывать с этого настроя. Поглядим.
Следите за анонсами в Дискордике, в ВКшечке, да и на Ютубе я пощу анонсы. Не знаю, успею ли. Смотрите, смотрите. Стримов много, на какой-то все-таки да успеете. Так что сейчас давайте я кину вам ссылочку на Ваню, хоть Найтботик вроде бы постил. Я надеюсь, постил. Я ему включаю, он не постит. Когда выключаю, он постит. Что происходит, не знаю. А рейдиком пойдем на Лисоньку. Рейдиком пойдем на Лисоньку. То есть, кому нужны баллы, идем на Лисоньку. Кто хочет продолжить смотреть Майнкрафт, идем к Ване. А вам всем огромное спасибо за компанию. Надеюсь, увидим вас завтра. Да, замечательного вечерочка. На этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока.